Да. Алло. Варь, выручи, а? Да ты что? Васьки, иди есть. У тебя 100 рублей есть? Сейчас посмотрю, подожди. А доклад? Доклад написал уже в портфеле. Спасибо, мам. Да, есть. Слушай, одолжи мне, а? А то Ваське на питание надо сдать. Как обычно, все в последний момент выясняется. Я тогда вечером на работе перезайму и тебе отдам, а? Ну что, конечно. Что ты говоришь, ты даже не торопись, до зарплаты мне хватит. Тогда я сейчас забегу. А, Таня, у тебя кофе есть? Есть. А то я что-то сунулся, у меня кофе нет, а я надо спать хочу. Слушай, Варя, а давай тогда ты забегай ко мне, я тебе кофе напою, к метро подброшу. А что, тебе на работу не надо, что ли? Да мне сейчас прием. Безука. Ну все, давай. Все, бегу, давай, пока. Держи. Так, Вась, быстро 100 рублей в карман, тарелку в мойку и бегом в школу, иначе опоздаешь. Угу. Давай. Все, давай. Васька, покасики. Так, ключи не забудь. Взял. И после школы домой сразу бабушка приедет. Ладно. Пока, Вась. Видала? Угу. Ну вот, все пропустила. Не поняла, что пропустила. Ну, кто старуху убил, пропустила? Племянник. А ты смотрела? Нет, догадался. Он с прогулки в сухих ботинках пришел. Ну что? Там дождик идет. Ты что, не видела? Я тебе говорю, тебе надо не секретарша работать, тебе в милиции надо работать. Была бы звездой российского сыска. Я бы тобой гордилась. Черт, ты что, а кошелек-то где? Посмотри возле телефона. Телефон где? А, нету. Тогда на верхней полке посмотрю. Варь, я, конечно, дура, но не до такой степени, да? Лаптева. Ты перед тем, как кофе варить, ты в кошельке рылась? Ну, рылась. Ну, его и положила его на полку вместо кофе. А кофе ты только что из сумки достала. Слушай, с головой катастрофа. Я тобой горжусь. Надо бежать, а то шеф-то у меня... Подожди. Пойдем быстрее, говорю, шеф и так волком смотрит, уволит еще, боюсь. Да ладно, уволит, кем он останется? Своей дурой Ларой? У нее еще и Лада есть. Я говорю, идиотка. Ага, это мы с тобой знаем, что она идиотка. А для начальника она начальник секретариата, еще умница да красавица. Да ладно, знаю я таких красавиц. Мы сами с тобой красавицы. Угу, красавица. Только у нас с тобой с начальством романов нет. Ой, Лаптева, у меня нет романа с начальством, потому что мой начальник женщина пенсионного возраста. А у тебя, потому что шеф твой идиот и тебя недостоин. Господи, пожалуйста. Вот ты мне скажи, ты согласилась бы завести роман с своим начальником? Да, за прибавку к зарплате, но без интима. Вот. А у них без интима ничего не бывает, у них член вместо головы. Что ты глаза округлила? Я тебе ответственно говорю, как врач. Врач, поехали, то он опять на меня полдня орать будет. Ну ладно, сейчас прогреется, девочка моя.
Здравствуйте. Ну и кофе, пожалуйста. Варь, генеральный просил отчет по рекламе. Готов он? Какой отчет? Я не поняла. А тебе что, Лара ваша ничего не говорила, что ли? Нет. Господи, я еще неделю назад сказала, что генеральному отчет к среде нужен будет. И вчера напомнила. Она говорит, да, да, конечно, я все подготовлю, а лапти его оформит и вам передаст. Господи, она мне правда ничего не говорила. Варь, ну я не знаю, что делать. Через 2 часа заседания, если отчета не будет, он нам голову подкручивает. Подожди, подожди, я что-нибудь придумаю. Варь, придумай, ладно. Спасибо, Варя. Приемную круто слушать. Нет, спасибо. Только счет. Где это у тебя такая? В зале. Я вчера купила. Такая красотища получилась. Просто кошмар. Ой, а еще мне вот здесь, вот смотри, вот здесь мне повесили зеркала во всю стену. Угу. Вот здесь вот у меня мозаика, джакузи, розеточки, а вот... Варварочка, вот, ну вот. Где вы ходите? Я была у компьютерщиков, там опять Бражников с базы намудрил. Генеральный же требует отчет срочно по рекламе. И Ольга Громова приходила, ругалась. А отчет готов? Дайте-ка посмотреть. Готов. Генеральному нужен отчет по рекламе. Он у вас есть? Да. Да, кстати. Спасибо, вот Ларочка. Варвара, как обстоят дела с моим расписанием на сегодня? Альберт Анатольевич сейчас через минутку будет готов. Она должна быть готова 30 минут назад. Что с сеткой вещания? Сейчас. Здесь должно было быть. Ни сетки, ни расписания. Да. Я генеральному вернусь, чтобы все было хорошо. Ларочка, проследите, пожалуйста, за этим. Да. Альберт Анатольевич, может, вам Ладочка шиповник заварит? Спасибо. Хорошо. Только что здесь было, господи. Ну, Лара, вы не видели такие большие белые листы? Вот эти, что ли? Слава богу, спасибо. Где вы их нашли? Варварочка, вы же их по всему офису разбросали. Прекрасно. Начальство приехало. Варварочка, Альберт Анатольевич будет занят еще 10 минут, я отбегу на часок. Ты следи. Ладуся, если что, звони мне на мобильный. Хорошо.
Варварочка, я давно хотела с вами поговорить. Ну что же это такое? Вас же никогда практически не бывает на месте. Вы все время ходите, ходите и ходите, а работа стоит. В общем, я к Альберту Анатольевичу, сделайте нам, пожалуйста, чай. Девушка. Алло, да, это приемный Крутого слушает. Да. Кто? Девушка, передайте, пожалуйста. Пожалуйста, подождите. Нет, у меня не записан такой. Нет. Передайте, пожалуйста, Альберту Анатольевичу. Пусть он сам со мной свяжется. Хорошо. До свидания. Да, спасибо. Да, пускай поднимается. Сиди в машине и жди. Через час подъедет человек, заберет товар. А с машиной что делать? Оставишь здесь. За углом синий Рено. В аэропорт поедешь на нем. Ключ под бампером, в бардачке деньги, билеты, паспорт на чужое имя. Удачи. Ну все, Варварочка, я побежала. До завтра. Пока. Здравствуйте. Здрасте. У себя? Да, у себя. Садись, пожалуйста, располагайтесь. Он просил его просто не беспокоить, вам придется немножко подождать вот на диванчике. Я все-таки рискну. Чем это ты так замер, что меня твоя секретарша отпускать не хочет? А мы с тобой сейчас кофейку организуем. Что, теперь докладывать о посетителях не обязательно? Для вас это сложно? Вы сами просили не беспокоить. Я вас просил не беспокоить по пустякам. Дайте нам кофе. Хорошо. Случилось что-нибудь? Случилось. Приемную Крутого слушает. Да, здрасте, Наталья Павловна. Сейчас запишу. Как? Подожди, а где же у меня? Все, записала. До свидания. Да ты что? Побыстрее, пожалуйста. У нас разговор. Альберт Анатольевич, вам шиповник. Хорошо. Да. Девушка, пепельницу принесите, пожалуйста. Лара уже ушла? Хорошо. Мне позвонили из юридического отдела. Я сейчас туда. Если кто-нибудь будет спрашивать меня, вернусь через час. Хорошо, я поняла. Петр Борисович работает за компьютером. Просьба не беспокоить. Я поняла, Альберт Анатольевич. Сомневаюсь, что вы поняли. Я поняла, Альберт Анатольевич. Варь, Крутов у себя? К юристам пошел. Говорит, через полчасика будет. А кто там у него? Посетитель какой-то. Ой, чего-то работает. Ясно. Он что там, шкаф двигает? Да нет, вроде как на компьютере работает. Ты бы зашла, посмотрела. А то, может, он сейчас там сейф взламывает. Меня просили не мешать. Варя, если пропадет что, с тебя же спросят.
Что с ним? По-моему, он умер. Петр Борисович работал в фирме Art Studio. Угу. Занимался компьютерным дизайном. Свободен. Делал сайт для нашей телекомпании. Ну а вы где находились в момент смерти Лига? Я отсутствовал. Был в юридической службе. Его тело обнаружила мой секретарь, Варвара Лаптева. Угу. Бабка ослепла, что ли? Мамаш, вы как? Мы вас не сильно ударили, нет? Давайте я довезу вас до больницы. Давайте. Не надо! Перестаньте уже, ну давайте. Я говорю, не надо, у меня все в порядке. Че, бабка, пенсию сперли? Смотреть за пенсией надо. Ты, блин, под колеса смотри, за руль сел. Не, нормально, она меня еще и кроет. Ладно, Витя, угомонись, все. Давайте, давайте, я хотя бы довезу вас до дома. Поднимайтесь потихонечку. Все в порядке? Пойдемте. Никуда не пойду. Ну, все, не сопротивляйтесь уже, пойдемте, пойдемте. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Тихо, 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 тихо. Все хорошо. Тихо, 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 тихо. Открывайте. Давайте. Осторожненько. Поехали. Ну чего собрались? Не, ребят, тут все глупо. Куда вам? А, вот в Хачевку. Блин, учат детей в школе. Не ходить на мигающий сигнал светофора. Нет, прутся как бараны пешеходы. А водитель виноват, конечно. Витя, угомонись. Извините, Иван Александрович. Может быть, все-таки проедем через травматологию? Нет, только колено поцарапало. Да колготки порвала. В травматологии-то ваши, небось, колготки не выдают. А это у меня и дома есть. Ну, как скажете. Все на месте или пропало что-то? Паспорт и кошелек. Денег много? Много, все. Ладно, не расстраивайтесь. Где на Тухачевского? Там перед светофором остановите, пожалуйста. Подождите. Вот, может быть, это вас как-то утешит. Ты пошел ты. Ехал. Пробки. Ужинать будешь? Я бы что-нибудь съел.
Тебя там Андрей ждет в библиотеке. Кофе? Лучше чай. Хорошо. Спасибо. Привет. Привет. Ну? Рассказывай. Кто? Кто там? Открывай, Лаптева. Заснула? Что, позвони, что ли, не могла? Что тебе звонить, когда я знаю, что ты дома? От верблюда. Где тебе еще быть? Варька, у меня каникулы образовались неожиданно. Ваську родители увезли в Софрино в санаторий. На сколько? На 3 дня. Я теперь свободна и независима, как бывшая братская Украина. По этому случаю приволокла тортик и бутылку. Мне ж тортик на ночь нельзя. Вон, Варь, ну перестань, ну что с нами будет от маленького тортика? А я ей бутылочку принесла. Что, пить будем? И пить будем, и есть будем. Так, сейчас сковородочку поставим. Мне жарить нечего, у меня как курица была, я уж съела ее. Да на твою курицу не рассчитывала, я отбивные приволокла. Господи, а картошку-то зачем? Мясо жарить, картошку варить. Мясо же, картошка-то вредно. Ничего не вредно. Варь, ты что, рыдала? Слушай, дай картошку пожарим лучше. На, пожарь. Варь. Дай картошку, говорю, пожарим. Варь. Что, лучше, чем... Ну да, да, да. Сегодня у нас мужик на работе помер. Меня чуть машина не сбила, то есть сбила, но не очень. Ну как не очень? Как можно не очень машину сбить? На красный свет бежала? Зеленый. Так надо в суд подать, чтобы тебе компенсацию заплатили. У тебя свидетели есть? Что ты говоришь, какие свидетели? Какой суд? Скажи спасибо, что с миром отпустили, да еще по шее не давай, да еще до дома довезли. Знаешь, какая машина солидная была, мужик такой солидный был. Такой вежливый, знаешь, вам деньги даже предлагал. Ну понятно. А денег ты не взяла, естественно. Конечно, дур не взяла. Теперь буду до зарплаты корочки жевать. Ну что, пока там ты отряхивалась, пока там сумку взяла, все уже. У меня сумку всю распотрошили, все украли. Варь, денег много было? 500 рублей и паспорт еще был. Ну, Тань, ну что? Ну, Варь! Он когда-нибудь раньше заезжал Крутого в офис? Насколько я знаю, нет. Они знакомы-то постольку-поскольку. Так, пересекались несколько раз, но не скажешь, что большие друзья. Значит, он забрал конверт из хранилища, и вместо того, чтобы впереди собственного визга бежать в аэропорт и поддельным документом лететь в Кот-д'Ивуар, поехал в офис Крутого, с которым знаком постольку-поскольку. Значит, так. И конверт все время находился при нем. Выходит, да. Тогда куда он делся? Я видел список вещей, обнаруженных при нем. Никакого конверта там нет. Из приемной он выходил куда-нибудь? Нет. Вскрытие делали? Пока предварительно. И что? Обширный инфаркт. Ты хочешь сказать, что он очень переволновался? Хочу подождать, что эксперты скажут. У него сердце как часы работало, не верю я, что он до смерти переволновался. Мальчики, чай. Ты не женщина, ты ангел. Я знаю, Ванечка. Ладно, Андрюш, будем искать. В любом случае, из Крутого глаз не спускайте. Ну что? За нас? С какими с тобой умницей, красавица. Так почему-то этого никто не замечает. Хоть топись. Спокойно. Кому надо, заметят. Ясно? Да. Мне он шеф тоже 3 месяца назад обещал меня повысить, до сих пор мне. Вместо этого что? Что? Труп. Кто? Я тебе не рассказала, что ли? Но живой все, не мужика прикончили. Ну как прикончили? Так прикончили. Лапте вам. То есть ты сидишь за столом, отрываются 4 в масках, да? Все бросают на пол, шефа убивают, ты звонишь в милицию, становишься врагом мафии. Ага, потом где женится милицейский майор, там уже полковник. Не, ничего, все просто. Просто мужик умер. Но я думаю, что его убили. Кто его убился, киллер или снайпер? Не, ну если бы киллер был, там крови была, а там ничего, просто так. Я же первый к нему ошла. Я сижу, главное, я слышу, там что-то грохочет.
Я открываю дверь кабинета, а он лежит. Труп этот там лежит на полу. А шеф? Ну, он юристов был. Ему позвонили, он юристов был. А скорая что сказала? Сердце. Ну, господи. Я думала, там стрельба целый день была, и все эти стены в дырках от пуль. Какие там стены в дырках от пуль? Нет, никаких дырок, все просто. Но мне кажется, его убили. Ну, что ты решил, что его убили? Все как-то странно было сначала. Шеф его странно почему-то сразу принял. Кого? Ну, трупа этого, Лига Петра Борисовича. Я ему доложила, он сразу вышел, взял его под ручку и в кабинет. Такого никогда не было, никогда. Чтобы сразу кого-нибудь никогда. Сегодня банком были заморожены все операции. Из конфиденциальных источников нам стало известно, что из банковского хранилища исчезло более 50 миллионов долларов. Однако сотрудники правоохранительных органов опровергают эту информацию. Руководитель пресс-службы банка также сообщил нашему корреспонденту, что эта информация не соответствует действительности. Алло, а все наличные деньги, имеющиеся в хранилище, привет. Невредимы. Причин для беспокойства нет. Ну что, какие новости? Пресс-служба официально. Произошел сбой в работе электронной системы, из-за чего временно была парализована вся работа банка. К сожалению, на данный момент нашему корреспонденту до сих пор не удается связаться с президентом банка, господином Белым. Понятно. Слушай, я о чем подумал. Подавление. Секретарша эта, которая скорую вызывала, как ее? Лаптева, да. Она ведь совершенно спокойно могла конверт утащить, пока другая девица за Крутовым бегала. Ну да. Нет, не надо, я сам ей займусь. Милый мой, за 50 миллионов я не то что по Москве за секретаршей кататься буду, я за слесарем в канализацию спущусь. Дрянь какая-то, ты чего мы пьем? Слушай, Лаптева, а что ты решил, что его убили, а? Окно. Окно открыто было, и монитор. Я думаю, дело в этом проклятом мониторе. А его монитором убило? Как что? Монитором убило? Кого? Ну кого, труп-то этот. Я говорю, окно было открыто. Так он в окно выпал? Кто выпал? Покойник. Я говорю, окно было открыто. Стена не открывается. Все равно теоретически открывается, но не открывается. Нужно для того, чтобы его открыть, залезть на подоконник, там, на стул. Что он круто полезет на стол, тебе подоконник открывает? Ты что? Это же бред какой-то, никогда не полезет, тем более, что у него насморк. И главное дело, знаешь, что? Зачем он мне сказал, что он уходит куда-то? Он говорит, я пошел в юридическую контору, это не беспокоит. Никак в жизни никогда не докладывал, куда он уходит, куда, зачем, кому, никогда в жизни. А тут мне все доложил, зачем? 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 Я не знаю, зачем. Зачем, зачем? Так он и убил. Монитором по голове и насмерть. Ну нет, ну... Почему нет? Потому что я слышала, как Лига ходил, пока, когда вот шеф ушел. Какая Лига? Ну покойник, труп ходил по кабинету, я же слышала. Я не поняла, что ты слышала. Все, все, спать, пойдем. Ой, Варька, а кутить? Ну, мы же только начали. Ну, Варька, ну когда я последний раз кутила? Прошлый Новый год, не помнишь, как тебя укладывал? Нет, не помнишь? Не, надо спать. Все, пойдем, я тебя постель заложу. Не надо мне. Сейчас я как тебе все посуду помою всю тут. Перемою. Да в табуретке под ней свались. Как я тебя допру-то потом? Меня Васька в субботу отца ждал. Сначала перед телефоном просидел полдня. Потом под дверью в прихожей. Я его отгоняю, он орет как резанный. Но это даже не позвонил и не пришел. Ну что делать, Варя? Что делать? Живи. Живи дальше и все. А Ваське что делать? Что он делает? Пускай под дверью сидит. Просто Васька маленький, он еще не понимает ничего. Когда вырастет, все поймет. Слушай, хочешь? Хочешь, я зарплату получу, мы в Макдональдс Ваську возьмем, все сходим, а? Да ну, Варя. Вот. Ну что ты плачешь-то? Ну, успокойся, знаешь, он же знает, что ты у него есть. Ты у него одна, это его надежда, опора. Ты всегда будешь с ним, он это знает, это самое главное. Отец. Отец не главное. За уши. А? Что? Я говорю, за уши. О.
Я говорю, если у тебя волосы торчат во все стороны, за уши заправь и все. Много. Такие уши нужны, чтобы мои волосы заправить. Ой, что ж такое? Ну, не упоминай, Господи Иисусе, это же тебе не соседская коза. Чего ты кого выткнул? Ну, открывай. По восьмого. Привет. Мамочки, настоящий американец, заходи. Димка, ты-то откуда? Ты же сейчас в Америке должен быть. Ты как, когда приехал-то? Сегодня. Сегодня, да? А что, дома не был? Нет, я заходил, только я никого там не застал. Я сюрпризом хотел приехать. Хотел, да? Ой, это тебе. Спасибо. Кого там приволокло-то, а? Тань, держи! Нет, у меня Танька вот подружка ночевала. У нас вчера вечеринка была, ну, мы немножко там попили, потанцевали. Слушай, может, я не вовремя? Ты что, чумешь в своей Америке? Давай, проходи, раздевайся, еще в коридоре будем вставать, давай. Голова болит? Немного. Это нервы, Лин. Надо успокоиться. Ой, Ванечка, думаешь, это легко? Да не переживай, все образуется. Не знаю, не знаю. А если нет? Ой, я про это даже думать боюсь. Да ладно, перестань. 10 лет назад вообще могли всех перестрелять. Ничего, выжили. На сей раз получится. Подвезти? Нет, спасибо, Ванечка, я сама. Мне еще заскочить нужно кое-куда. Так. Давай, сколько? Немножечко, немножко. Пока не горяченько. Все, все, хорошо. Все. Давай еще один, еще один. А я вообще не хотел, чтобы меня мама встречала. Я думал, так неожиданно получится. Хотел сюрприз сделать, да? Приехал из Америки, а тебя никто не ждет. Молодец. Ой, молодец. Слушай. А ведь мама на дежурстве, может быть. Да она где угодно. Может быть, она вообще, может, в магазин пошла. Давай, позвони-ка, может, она уж вернулась. Только ты все равно не уходи, у меня чай допьешь, ладно? Ну как я уйду, ты чего? Дим. Ау. Какой ты умница, что ты приехал. 3 года ведь тебя не было. Тебе надо посмотреть. Не, никто не отвечает. Ну-ка, сними качки. Не изменился. Такое же все. Ну, и не так. Молодец. Тань, посмотри, это Дима. Мой старый древний друг. Мы с ним еще учились вместе и в школе, и в институте вместе учились. Я у него сроду списывала. Такой молодец, такой мозг вообще. В 25 лет, представляешь? Ну ладно, ладно. Что ты куришь ты натощак? Дим, теперь ты кто? Я профессор. Профессор, профессор, а догадаться матери позвонить нет, да? Ты знаешь, что ее сердечный приступ вообще хватит? Эх, мужики, дураки вы все. А вы в Америке живете, да? Да. Штат Канзас? Нет, в штате Техас. Техас. То есть у вас ранчо? И вы знаменитый скотовод? Я физик. Я работаю в городе Хьюстон, в университете. Слушайте, а возьмите меня в Америку. Я тоже буду знаменитым ученым или скотоводом. Мне что пристал ты к нему? Чего я не пристала? А на родину что прикатили? Гуманитарную помощь приволокли? Мама у него в соседнем подъезде живет. Вот и прикатила, я же тебе говорила. Что же вы маму-то побросали? Сами в Америку. А мама в соседнем подъезде? Да не. Я вообще маму уговаривал уезжать. Долго уговаривал. Она отказывается. Но думаю, потом обязательно заберу. Простите, пожалуйста. А вы кто? Я. Да. Подруга. Меня зовут Татьяна. А вы? Я неправильно спросил. Я имею в виду, вы кем работаете? Хирург. Да вы что? Ой, а у меня мама врач. Она работает в военном госпитале имени Бурденко. Очень хороший врач, мама. Ну, а мы в районной поликлинике. Не обращай внимания. Устала просто. Позвоню.
Ничего там? Ничего, не отвечает. Слушай, ты знаешь, может быть, из-за меня не стоит здесь сидеть. Я поспать бы хотел. Если можно, я бы... Конечно. Поспал. А то в самолете не высыпайся. Самолет, ох, как не люблю. А вы в течение раз поездом поезжаете? Варь, ты как хочешь, мне пора. Угу. Варюш, слушай, ты тоже можешь идти. Потому что я маме дозвонюсь и сам пойду домой. А квартиру вы открытой оставите? Это вам не Америка, штат Канзас. Тань, ты чего? Ничего. Ты очумел, что ли? Ты чего? Ну, ладно. Ну что, привет Канзасу? Кстати, Дмитрий, вы когда купите ранчо и станете знаменитым скотоводом, вы уж не забудьте про меня. Бай. Всего доброго, Танечка. Очень все просто. Я тебе даю запасные ключи от квартиры, даю рабочий телефон. Маме дозвонишься, просто дверь закроешь, и все, я к вам в гости вечерком приду, чай попью. Хорошо? Дим, ну ты женился там? В своей этой Америке-то, а? Да нет, не женился. Не на ком. Как это? Что это там, народу нет? Да не, народу много, хватает, а жениться не на ком. Ну вот, ну не хочешь рассказывать, так не надо, я к вам сегодня вечерком чай приду попить. Ты мне все расскажешь, да? Хорошо. Ой, просто... Приехали, я про пальто забыла. Блин, что же делать? У меня теперь то пальто зеленое, не помню, куда положила. Как же я пойду-то, а? Еще шеф еще прибьет сроду. Не любит, когда Варь, опаздывают. Варь, знаешь что? Давай, одевай мою куртку. Подожди, где же она у меня? Ты не ищи, а как одевай. Ты? А я не за 100 километров отсюда пойду, я в соседний подъезд, так что... Хорошо. Просто у меня шеф, правда, по секундомеру. Я тебе говорю, одевай, я же сам даю. Ну, видишь... Все, замечательно. Астронавт. Так, 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 сейчас я быстро прорезной. Мелочь. Так. Все. Все, на чай сегодня вечером ждите, хорошо? Хорошо. Пока, я запрусь. Ага. Пока. И что? У меня большие сомнения, что это сердечный приступ. Петька никогда на сердце не жаловался. И здоровье у него было, дай бог, каждому. Я вот эту карточку его прихватил. Можешь сам посмотреть. Да посмотреть-то можно. Тут, ты же понимаешь, что всякое бывает. Экспертизу делали. Я тебя хотел попросить. Я хочу знать, сам Петька умер или нет. Если нет, то от чего? Сделаешь? Да, конечно, сделаю. А тело куда забрали, знаешь? А, превосходно. Сейчас. Она самая. Понятно. Извините, пожалуйста. Я опоздала, ко мне друг из Америки приехал неожиданно. Вот как. И тем не менее, у нас сегодня очень плотный график. Сейчас должен приехать курьер из Олимпа, а вы должны ему передать уже подписанные договора. Как? Надеюсь, вы не забудете, Варварочка. Нет. Я не забуду. А только договоры и все? Да. Да, Альберт, ну дальше слушай. Вы на месте? Да. Почту ко мне. Нет, почты еще нет. Я сейчас спущусь в управление делами и скажу, чтобы они поторопились. Да уж, поторопите. И вот еще что-то. Я категорически прошу вас ни с кем не обсуждать вчерашний инцидент. А я вообще ничего... Нет, я вообще ничего не говорю. Вы меня поняли? Да. Да, Альберт Анатольевич. Здрасте. Ой, привет. Привет. Ты что так рано? Да у меня вообще у моего начальника крыша поехала и требует почту. Варь, какая почта у 10:30? Требует прямо сейчас. Подожди, только газету. Есть что-нибудь для него? А, вот еще ваш компьютер Ленд. На, держи. Замечательно. У тебя, кстати, есть что-нибудь для Олимпа? Сейчас курьер от них приедет, ну, заодно и возьмет. Так, Олимп, Олимп, Олимп. Сейчас, подожди, подумаю. Так, приказы мы им отправили, по газете были какие-то распоряжения, но они в Олимп не расписаны. Стой, а чей курьер? Их директора.
Стоп, для директора я знаю. Для директора у нас, по-моему, было два письма. Из Краснодара, держи. Хорошо, спасибо, что напомнила. Все. Всем пока. Пока. Держите, вот вам договоры и два письма. Вам тоже договоры. Есть? Письма куда? В дирекцию? Угу. Давайте я подпишу. Сейчас сколько время? 11:10. Давайте. Варь, поставь время на полчаса позже, а? Мне еще домой надо заскочить, учебники забрать. Скоро сессия. Сессия еще зимняя только будет, а летняя уже давно прошла. Сколько ставить? Ой, да поставь, наверное, 11:50. 11:50. Лаптева. Альберт Анатольевич, здесь почта. Потом. Я занят. Варварочка, принесите, пожалуйста, Альберту Анатольевичу аспирин. Ой, а что это у нас здесь такое? Будет мои ключи. Наверное, выпали из куртки. Солнышко, постарайтесь больше свои вещи не разбрасывать по всему офису. Вы же не одна здесь, да? Вы же не дома. Что у вас сегодня? Трупов не было? Все, про трупы больше не говорим, запрещено. Ты допоздна сегодня? Не знаю, как обычно. До 7, до полвосьмого, если ничего не случится. Слушай, дай журнальчик. Положи. Сегодня только пришел новый. Тем более вы сами такой получаете. Ну да, один на весь отдел. Да и тот сперли. Дай, ну что ты жмешься-то? Я тебе говорю, чтобы у шефа лежал на столе. Да шеф твой не читает этих журналов. Он в компьютерах вообще не шарит. Да если не узнает он. Да не вспомнит по он. По шее не даю. Знаешь, как орет всегда. Ну, если вспомнит, ты скажи, что еще не принесли. Мне позвонишь, я тебе сразу же принесу. Я принесу тебе, клянусь. Ой, знаю я ваши клятвы. Все, все, бери. Игнат, если не вернешь, последний раз даю. Спасибо. Так. Варварочка, Альберт Анатольевич с утра ждет почту и аспирин. Можно? Ну вот что, сегодня вечером вы уезжаете в Чехию. Не поняла. Вы плохо слышите? Сегодня вечером вы едете в Чехию. Лара даст вам конверт, который вы должны передать по указанному адресу. Билеты возьмете. В управлении делами. Альберт Анатольевич, я что-то не совсем поняла. Господи, сегодня вечером вы летите в Чехию, и Лария даст вам конверт. Вам все еще непонятно? Ну что, Варварочка, поговорили? Лар, я что-то не поняла. Альберт Анатольевич мне сказал, чтобы я... Ну да, вы сегодня летите в Карловы Вары. А что здесь такого? Обыкновенная командировка. Если поторопитесь, еще успеете в бухгалтерию. Зачем? За командировочными. Ну что, письмо нельзя отправить экспресс-почте, чтобы оно уже за сутки дойдет. Ну, Альберт Анатольевич так решил. Ну что вы, Варварочка, радоваться надо. Мне нужно знать все, чем занимается вот этот вот перец. Крутов Альберт Анатольевич. Понял, сделаем. Прослушку ставить. А как же, и прослушки поставь, и счета проверь очень внимательно, и его, и Петькина.
когда что ушло, когда пришло, может обнаружиться какие-нибудь интересные совпадения. Я хочу знать обо всем, чем этот Крутов занимается, и были ли у него какие-нибудь дела с Петькой. Понял. Фотографии на визу девчонки с твоего личного дела взяли, так что когда вернешься, принесешь им на замену, хорошо? Так, хорошо. А к чему такая спешка-то? А Бог его знает. Крутов вчера вечером девчонкам в международную дирекцию позвонил, сказал, что срочно нужно в Чехию отправить. Вот они час назад все и принесли. Оль, ты мне скажи, а часто такое бывает, чтобы человека за один день прям так в командировку за границу отправляли? На моей памяти впервые. Как думаешь, она в курсе или так, на посылках? Не знаю. Вернусь, расскажу. Подожди, откуда вернешься? С курорта. Я с ней собираюсь полететь, познакомиться поближе. А, ну хорошо. Когда летишь? Сегодня вечером. Что ж, удачи. Ну, есть новости? Да Иван на курорт собирается. Может, что узнает. Это хорошо. Варварочка, идите сюда. Вот смотрите, вам конверт. Отвезете его по адресу. Улица Московская. Московская. 20. Вот. Получите расписку. Привезете ее Альберту Анатольевичу. Все понятно? Так. Московская, 20. А? Расписка. И Альберту Анатольевичу. Замечательно. Я уже думала, солнышко, мы с вами никогда не договоримся. Пока. Thank you.
сумку дай. Я говорю, я вхожу домой, да он лежит прям в луже крови. Я думала, он помер. Быстрее тебе звонить. Да нет, живой. Ты в скорую звонила? Ну, конечно, звонила. Они сказали, что без полиса не принимает. Я говорю, он же из Америки приехал, откуда у него полис? Я говорю, он американец. Может, у него, конечно, американский полис есть? Они говорят, пускай езжает в свою Америку и лечит там. А я сижу, как овца, я даже не знаю, трогать его или не трогать, можно его трогать или не трогать. Ну, все правильно про полис. Есть полис, есть медицинское обслуживание. Нет полиса, нету. Как в любой цивилизованной стране. Цивилизованная страна, а дай мне шатырь есть. В пакете. Ой. Что получается, если человек помирать будет, что к нему тоже без полиса не приедут? Так ты мешаешь мне. Посвети лучше. Как я тебе посвечу? Лампу возьми. Ясно. Вот. Тоже мне кровище. Ты кровище не видела? Так, побрызгала чуть-чуть. Что ты мне звонила? Лужа крови, лужа крови. Где лужа? Никакой лужи нету. Ну-ка. Где нашатырь? Вот. А что с ним? Эй! Эй! Ну, welcome! Давай. Девочка. Мы у вас должны спросить, дорогой скотовод из Аризоны, что с вами? Мы приходим, вы тут лежите. Молодец, ковбой Мальборо. Смотри-ка, смелый мальчик, хоть и скотовод. Руки. Я не скотовод, я физик. Ясно. Все мы тут физики. Ты что, укол будешь делать, что ли? О, ну-ка иди-ка чайник поставь. Тебя еще откачивать. Ну, ручку давай. Так. И думаю. Варь, я думаю, ты жулик какой-нибудь. Залез в квартиру, наткнулся на скотовода, ну и дал ему по башке. Чего ж тогда ничего не взял? В смысле? В смысле, жулики для чего в квартиру лезут? Для того, чтобы что-нибудь своровать, правильно? Вот. Ну, благо им Димка попался под руку, они ему дали по голове, и что? Почему же они ничего не взяли-то? И Димка без сознания же был, а? А может, взяли? Ты смотрела? А что у меня брать-то? Что у меня есть-то? У меня золотая цепочка, утюг рован, этот телевизор. Цепочка на месте. Цепочка на месте, он утюг стоит, и телевизор вроде на месте. Может, у тебя в кладовке неизвестное полотно Рембрандта? В кладовке у меня, швабра у меня в кладовке. Милыш, привет. Я прилетаю 123-м рейсом. Организуй, пожалуйста, чтобы меня встретили. Спасибо, дорогой, мне не нужна лучшая комната, я остановлюсь в отеле. Милыш, я у вас обязательно появлюсь, но у меня поездка сугубо деловая. Ты неисправим. Пока. Главное, же собрали, как на пожар. Все в один день. И визу, и паспорт. И денежки дали. Представляете, $300 США на 2 дня. Кичи ты. Представляешь, зарплата моя за целый месяц. А моих 1,5. Слушай, Лаптева, просто так ничего не бывает. Ну, может быть, действительно шеф того влюбился в тебя? Чего? Влюблен. Ты знаешь, как он меня сегодня влюбил? Орал на меня полдня, как резанный. Знаешь, только единственное, что не пойму, во сколько у меня вылет. Дай сюда билет. На. На, не поняла. Валенька, открой страничку. Так, открыла. И еще одну перелистни. Угу. Ну. Посмотри, там в правом углу должна быть твоя фамилия. Так, есть. Есть. И рядом табличка. Видишь? Вижу, да. Тыкни в нее пальчиком. Тыкнула. И веди его. Вниз? Нет, вправо. Во-во-во-во-во. Стоп! Угу. Смотри, там должны быть номер рейса, время и дата вылета. Так, так. Час 37.
Отлично. Это плюс 2 часа. Ой, минус 2 часа. Здесь нет никакого минуса. Нету. И 11:30. С половиной? Полдвенадцатого, что ли? Полдвенадцатого ты должна быть в аэропорту. Как полдвенадцатого? Варь. Подожди, у меня же ничего не собрано. Подожди. Так. А там хотя бы холодно, какая температура? Так что мне одевать? Холодно, не холодно. Дубленку надень. Время. Так. Вот давай, звони своей маме. Людмила, звони, тут люди. А, я маме позвонил уже. Ну и что? Мне сказали, что она уехала в Ленинград. В смысле? Ой, в Петербург, то есть. В смысле, в Петербург? А когда вернется? 22-го. 22-го, в смысле, в следующую пятницу? Ну да. Ну. А как же ты будешь? Мне останешься пожить. С ума сошла совсем? Опять скотовода одного оставить? Я не скотовод. Без разницы. Возьмешь его к себе, скотовода. Возьмешь к себе и будешь за ним ухаживать. Нет, секундочку. Я никуда не пойду. Я не вещь, меня туда-сюда. А если они вернутся? Кто? Те, кто тебя по голове треснул. Вот кто. Самое главное ведь. У меня брать-то нечего, все это знают. Они зачем сюда приходили? Мне кажется, все дело не во мне, а в тебе. Господи, он-то при чем? При том, что вдруг за ним следит какая-нибудь американская промышленная мафия. Слушка, Волков, ты участвуешь в каких-нибудь секретных операциях? В разработках? Нет, у меня, конечно, есть разработки. Вот. Они за ним следили, увидели, как он ко мне входил, и пришли его сюда ко мне убивать. Интересно. Мало того, они еще в самолет подсунули что-нибудь в сумку. И теперь ты сам собой не подозревая попал в центр международного какого-то конфликта. Пока я оказался в сумасшедшем доме. В квартире с 2 сумасшедшими девчонками. Слушай, Варь, может, все-таки вещи его проверить? Возьми лучше к себе, их проверь, ладно? Слушай, лапть тебя, все. У меня мама Ваську через 2 дня привезет. Я что Ваське скажу? Ну, что скажешь? Скажешь, клиент, пациент. Лечишь на дому. Да? Да. А спать он где будет, этот пациент? На раскладушке. Будешь спать на раскладушке? Будет, видишь, согласен, все. Какие вопросы? Девушки, а вам не кажется, что сначала нужно позвонить в полицию и сообщить о том, что было нападение на человека, что была задета частная собственность, что… Наивняк! Что… Полиция твоя в Америке осталась, а у нас милиция. 2 огромные разницы. У меня через 3 часа самолет. Так, ладно, все. Давай, собирайся сейчас. Сложим скотовода на раскладушку. Потом я тебя в аэропорт отвезу. Хорошо. Я не скотовод. Я физик. Я повторюсь, Танечка. И это 2 большие разницы. Ой, можно подумать, это кого-то интересует. Но точно не вас. Чихать, как только вы появились. Девушка, будьте добры, принесите мне, пожалуйста, стакан воды без газа. Прямо сейчас? Прямо сейчас. Кларитин хочу выпить от аллергии. Вы подумали, что я в кошачьем питомнике работаю? Нет, у меня просто у соседки 3 собаки живут. Они меня всегда трутся. Слушайте, а это не вас ли мой водитель чуть не лишил жизни? Меня. Забавно. Ну и как ваше здоровье? Все хорошо, а у вас как? А у меня плохо, видите, чихаю. Будьте здоровы. Спасибо. На отдых? Нет, командировка в Чехию. В Чехию? Да. Как интересно. Знаете, весь самолет летит в Чехию, поэтому было бы странно, если бы на нем летели в Сингапур. Ну и что вы там собираетесь делать? У меня очень важное задание. Я буквально на 2 дня его сделаю и назад возвращусь. Просто я просто
первый раз лечу за границу, и поэтому так и хочу все посмотреть. Пристегните ремень. Себе. Спасибо. Где вы там собираетесь остановиться? В отеле. В каком? Я не помню точно. Вы что ж, вы едете и не знаете, где будете жить? Просто мне только сегодня вечером сказали, что я лечу, поэтому у меня все на самом деле на бумажке записано, там отель, номер брони, все. Меня же там встречать будут. Встретят фирмы Евролойд. Ну понятно, хоть в горах или внизу? В аэропорту. Встречает, в смысле, Евролод будет в аэропорту, там табличка будет. Я понимаю, Евролод. Отель ваш в горах или внизу? Название-то совсем не помните? Так, примерно, фамилия там чья-то, то ли композитора, то ли писателя. Что... Сметана? Нет. Может, Дворжик? Дворжик. Да, Дворжик. Да, Дворжик. Да. Хороший отель Дворжик. Хороший? Там были? Да. В прошлом году и сейчас опять туда. Так что в случае чего могу подвезти. Меня встречают. Фирма Евролойд. Кто знает? Крат, пожалуйста. Бар, пожалуйста. Спиртные напитки. Берите красное вино. Сок. Красное вино. Красное вино. Почему? Ну, поверьте мне на слово. Прошу вас. Спасибо. Мне тоже, пожалуйста. Когда будут разносить ужин, берите мясо. Почему? Спасибо. Пожалуйста, будьте. Почему? Курица плохая, а рыба совсем отвратительная. Все, всегда кормят в самолете, да? На международных рейсах, да. В России только на дальних. Вы позволите? Что? Помыть руки. Спасибо. Из конфиденциальных источников нашему корреспонденту удалось узнать, что из хранилища банка похищено 50 миллионов долларов, которые западные инвесторы перевели для холдинга «Московское время». Однако руководство банка отрицает факт хищения. Получить комментарий от президента банка господина Белого нам пока не удалось. Господи, кто такой еще Белый? Здравствуйте. Здравствуйте. У себя? Да, у себя. Садись, пожалуйста, располагайтесь. Он просил его просто не беспокоить, вам придется немножко подождать вот на диванчике. Я все-таки рискну. Петр Борисович работает с компьютером, просьба не беспокоить. Я поняла, Альберт Мадов. Сомневаюсь, что вы поняли. Спасибо. Между прочим, в Карловых Варах очень любили отдыхать члены императорской семьи. Там даже памятник есть
Петру Первому на горке. Но это на фуникулер надо подниматься. Остановка называется «Оленьи скок». Неинтересно? А вы часто летаете? Да, довольно часто. За границу? Ну, и за границу тоже. У вас бизнес? Вы продаете нефть, алюминий, газ, сибирский лес? Ну, у меня есть свой бизнес, но нефтью я не занимаюсь, газом и алюминием тоже, и совершенно не занимаюсь сибирским лесом. А вы? А я секретарша. Я работаю в холдинге «Московское время». Угу. Слышали такое? Да, знаю такое. Вот. Я туда пришла сразу после института. Сразу секретаршей? Нет, ну сначала это же была газета, а потом там уже телевидение, журналы, все. Я пришла, думала, буду делать карьеру, работала, вот стала редактором. Там... Угу. И что? Потом мама просто заболела, долго очень в больнице лежала. Мне пришлось перейти в секретаршу, потому что там у меня были вечные командировки, круглые сутки в редакции, а так у меня нормированный, нормальный рабочий день. Вот, все стабильно, хорошо. Мне очень нравится моя работа, очень интересная работа, интересные люди вокруг. Угу. Мужчина в дорогих костюмах, роман с начальником, да? Видели моего начальника? Что, старый и некрасивый? Молодой только. Ой, тупой. Знаете, у него в голове только одни гольф-клубы, мерседесы, костюмы дорогие. И, конечно, секретарший Роман. Со мной, с моей начальницей. Она такая худая, рыжая, высокая, такая красивая. Да. А вы не худая, не стройная, не рыжая и не красивая? Почему все это? Просто я не люблю тупых мужиков. Таких всех на понтах. Ни ума, ни образования. Я орёт, главное, на всех. Он же, нет бы, пошел на генерального нарал, а он же орёт на уборщиц, там, на секретарей, на заместителей. Бог с ним. Бог. Как мама моя говорит, он мне тоже так говорит. Бог с нашим начальником. Да, мама. Вы с мамой живете? Нет, мама с папой живут под Псковом, там деревня, дом дед еще построил давно-давно. Они даже не знают, что я сейчас за границу поехала. Надо им какой-нибудь подарок привезти, купить. Я покажу вам один замечательный магазин сувениров, привезите. Пристегните ремни. Пошли на посадку. Ну что, подбросит меня у вас до отеля? Меня же встретит, я же сказала. Всего доброго. Ты в Америке живешь? Да, живу. Ты Шварценеггера видел? Ну, в кино видел. Подожди. Он же в штате Калифорния живет, а я в штате Техас. Я там в университете работаю. Учитель? Ну да, я профессор я. Кто тебе по голове стукнул? Профессор. Не знаю. Если бы знал. Тоже не знаю. Мне один тоже на горке доской стукнул. Зачем? Подрались. Чего, мама тоже укол делала? Нет, йодом намазала. Пошли. Мама сказала тебя завтраком покормить. А то есть хочется. Ну, если мама сказала, то... Пойдем.
А как тебя зовут? Василий. Так деда моего зовут. Меня в честь него назвали. Вообще-то я йогурт люблю. Я еще докторскую колбасу люблю. Мне дед всегда покупает, когда я к ним приезжаю. Мне сейчас надбавка в пенсии. Понятно. Уж как вкусно готовишь, да? Спасибо. Знаешь что, а ты посуду можешь помыть? Конечно, могу. Сейчас по СТС будут космических ниндзя повторять. А то я вчера не смотрел. Я помою обязательно, конечно. Ты иди тогда смотри. Я и помою. Ты что, уже все вымыл? Угу. Ничего себе. А ты чего не в школе? Каникулы. А у тебя в Америке бывают каникулы? Конечно, бывают. Я один раз на каникулах болел ангиной. Так, это second floor, это так, бассейн на первом этаже. Завтрак в 9 утра бесплатно. Так, бассейн тоже бесплатно. Так, сейф. Ага. Сейф сутки $5. $5. Нифига себе. Так. Да, познакомились. Ну, милая барышня. Я не знаю, в курсе она или нет, она говорит, что приехала с поручением от Крутого. Да, войдите. Добрый день. Доброе рано. Спасибо. Извини, это я не тебе. Новости есть? Есть. Я как раз читаю заключение эксперта. Слушай, таки Петьку отравили. На скрині, на дверях, на камінках, там би хотел мить твое фото, když дівка хоха má рад. Ví, co žádá, a to já zasne. Já bych chtěl mít. Так, это сейф. Да.
писачьи фамилии. Писачас. Лаптева. Угу. Часы. Это ж... шкафчик. А, шкафчик. Спасибо. Пожалуйста. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, как ваши дела? Встретил вас компания «Евролойт»? Да, а вам? У меня все хорошо. У меня здесь машина у товарища. Сейчас поплаваю немножко и поеду в горы. Кататься. Очень люблю. Что? Очень люблю. Я тоже ужасно люблю. Я у подружки вашей эту есть. Она вас всегда втроем катает. Меня и Ваську. Это ее сын? Ага. Ну что, давайте на перегонки. На счет три. Давайте. Раз. Два. Три. Извините, вы убирались в номере 202? Хочешь чай убирать? Не-не-не.
Вы убирались в номере 202 сейчас? Нет. А кто-нибудь заходил туда? Вы видели, кто-нибудь заходил? Я не видела. Телефон, телефон звонил. Я сама взвела, там никто. Телефон звонил. Кто-то звонил. Так, спасибо. Варя! Варя, ты дома? Варя! Там никого. Пошли домой. Excuse me, do you speak Russian? No. Where is Moskovskaya Street 20? Moskovskaya, знаешь, Moskovskaya 20? No, no. Тайна не знаю. Не экзистує. Не экзистує. You don't know. Нету. Здесь нету. Хорошо, спасибо. Почта, ну ви, почта. Ано, ви, чесне. Мене зовут Мишель Монро, а мадам? Барбара. Барбара. Чудесно. Это не ваш стиль. Я знаю, что вам пойдет.
мама звонила. Чего говорит? Да так, придет поздно. На ужин опять макароны. Ходи давай. Куда ходить? У тебя король без защиты. Смотри, я могу сюда походить к нам. Предлагаю ничью. Нет, это ты проиграл. А кто проиграл, тот варит макароны. Ну ладно, тогда... Тогда давай в магазин сходим. Что будешь покупать там? Ну не знаю, пойдем посмотрим. Пойдем. Ну вот вам будет легко покладывать волосы. Просто придайте четкую форму. И не носите длинные волосы. Это нет ваш стиль. Спасибо. Ваш стиль короткие стрижки, джинсы, майки, толстые свитера и Харлей Дэвидсон. Я знаю, что говорю. А что это такое? Мотоцикл. Добрый день. Здрасте. 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 Отлично выглядите. Не хотел, так получилось. Все у вас хорошо? Да. Я прав? Да. Ну, раз у вас все хорошо и вы так замечательно выглядите, я приглашаю вас покататься на дорожках по городу с дальнейшим продолжением культурной программы. Согласна? Можно. Thank you.
ближайший магазин. Ну, пошли в него тогда, если ближайший. Спасибо. 1870 рублей. Угу. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Ну что? А как это работает? Бросаешь вот сюда 5 рублей, и вот, видишь, джойстик и кнопка. Нужно вытащить игрушку. Ирка из нашего класса 5 вытащила. Повезло. Угу. Ну чего, давай попробуем? Сейчас. Только здесь система нужна. Система? Угу. На. Кидай. Нет никого? Нет. Черти что сказала, дома сидеть. Да вы не переживайте, может, магазин за хлебом пошел. Он 3 часа за хлебом ходит. У нас есть кто-нибудь по записи? Нет, никого. Так, я пойду. А то, знаешь, мне что-то совсем неспокойно. Ага. Ну что, выполнили свое поручение? Что-то не так? Давайте еще пиво. Уверены в этом? Угу. Они просим вас, еще пиво 2 крат.
верните то, что вам не принадлежит, главпочтамт, абонентский ящик 208, у вас есть 48 часов. Вася? Да устал, как собака. Целый день за ней по городу мотался. Встречалась она с кем-то? Нет. На московскую моталась. Бродила там часа два. И что? Ничего. Кстати, конверт я у нее вытащил, но тоже никакого толка. Никакой интересной информации там нет. У нас тоже пока пусто. Ладно, будем дальше искать. Ты когда назад? Завтра. Хорошо. Пока. Давай, жду. Ну, что у него там? Ничего. Секретаршу в ресторан водил. Ну, вот и хорошо. Значит, не будет скучать. Маш, вы как? Мы вас не сильно ударили, нет? Васька, привет! Пап, привет! Привет! Смотри, какую игрушку выиграл.
Мамка деньги дала? Нет, Дима. Он из Америки приехал. А? Какой Дима? Вот. Здравствуйте. А? Ну, здравствуй. Я Дмитрий Волков. А вас как зовут? А меня не зовут. Я сам прихожу. Понял? Ты из Америки приехал? Бабла много привез? А? Ты чего лезешь в чужую жизнь? Пап, смотри. Подожди, подожди, дай взрослым поговорить. Вон, смотри, папа называет. А ты чего? Ну, пап, Да, подожди, подожди. В общем так, я завтра прихожу, а тебя что здесь не было? Понял? Вот так. Что вам не принадлежит, главпочтамт, абонентский ящик 208, у вас есть 48 часов. Это что такое? Да, Андрюш, привет, что у тебя с телефоном? Я тебе 2 часа прозвониться не могу. Да, прилетел. Съемку привез? Добрый Отлично. Вечер. Добрый вечер. Нет, это я не тебе. Да, давай повидаемся, я уже дома. С приездом, дорогой. Как ты? Ничего, держусь. Ранней весной Акиба вылезает на лед. Как и все тюлени, она любит понежиться под солнцем. В марте-апреле среди торосов, вблизи разводи, в полыне или искусственно проделанных лунок появляются у Акибы детеныши. Ну и зачем вы столько накупили? Кто это есть будет? Пропадет ведь? Нет. Что нет? Не пропадет. Мы с Васькой все съедим. Ну, понятно. Для такого целеустремленного человека, как вы, нет никаких преград. Зачем это все? Звери тут дурацкие. Ну что, правда их из автомата вытаскивал? Угу. Это у него навязчивая идея была. Вытащить что-нибудь из этого автомата. У меня, знаете ли, и денег лишних нет, и времени стоять там с ним. Вам чайку покрепче? А? Да. Ну что, орел мой, сильно выступил? Да нет, ничего, нормально. Васька поначалу только перепугался, а так ничего, потом успокоился. Ну ничего, Васька привыкший. Он мне говорил, что сначала очень плохо было, а потом вроде ничего, получше как. Ну и что? Вам-то что? Вы женаты? Нет. Нет? Вот тогда не надо так смотреть на меня. Вот вы поживите хотя бы год с таким, а потом и говорите. Он, наверное, человек плохой. Нормальный он человек. Нервный просто, в комплексах. Без работы 2 года шатается. Тяжело же найти, да? Да, мне кажется, он и не ищет. Ну, он
Такой он. По жизни такой. Хотя не пил совсем. Да, это, конечно, большое счастье. Что? То, что не пил, счастье. Вот представьте себе счастье. Из квартиры ничего не тащил. На меня с ножом не бросался. Это, знаете ли, по нынешним временам большое счастье. А это вообще по всем временам хорошо. Между прочим, Вася боится очень своего отца. И я сам видел сегодня, как Вася плакал, как ваш муж грубо обращается со своим ребенком. И я больше таким вежливым не буду, как сегодня. Я никогда больше не буду поступать так мягко в этой ситуации. Если он еще раз подойдет к Васе, я не знаю, что я устрою. Я побоялся, что Вася лишний раз испугается. Но в следующий раз, если повторится вот эта подобная ситуация, если ваш муж еще хоть раз, хоть голос повысит на своего ребенка, я не знаю, что я с ним сделаю. Извините меня. Вам надо витамины пить. Обезьяну-то вы чем помыли? Шампунем. А, шампунем. Господи, страшная обезьяна какая. Принес же черт его на мою голову. Да ну, пристал ко мне тоже. Лезет и лезет. Звала я любовника, не звала я любовника. Я ему говорю, какое твое дело, а он мне все равно пристает. Меня простите, что я вам хамила. Я правда испугалась. Я так за Ваську испугалась. Я думала, случилось что-нибудь. Думала, да правда, ничего, что-то. Ничего. Еще записка эта дурацкая. Вот что отдать? Кому отдать? Если исключить версию промышленного шпионажа... Что значит исключить? Вы же там приволокли какие-то секретные материалы. Да ничего я не приволокал. Если исключить версию промышленного шпионажа, то у нас остается только Варвара. Что Варвара? Ну кто-то же меня ударил в ее доме. По голове. А записку мне в дверь сунули. Мамочка, кто это в час ночи? Да? Кать, привет. Фу, Лаптева! Ты где? Через 3 минуты буду у тебя, открою дверь. А Димка у тебя? Да. Варь! Ты в порядке? Нет. Лаптева улетела в ночь на 5-е, а 6-го, сразу после работы, Крутов поехал к ней. Я думаю, он специально ее из Москвы спроводил, чтобы там спокойно все обыскать. Смотри вот. Входит. Черт, надо было за квартирой тоже наблюдение установить. Не снимали, чем он там внутри занимался? Ну, подожди. Опа. И выходит. Вид очень недовольный. 20:42 вошел, 20:46 вышел. Опоздал. Опоздал. Да уже кто-то был. Там все перерыто. Надо было сразу туда ехать. Алечек, успокойся. Варь,
Васька дома спит. Ему стеклянная машинка, там и там много стекла всякого продается, поэтому... Варь, Маша. Ты что с тобой сделала? Постриглась. Что случилось? Постриглась. Там теперь у меня полный разгром. Там, знаешь, даже они обои все ободрали. Даже цветы из горшков повыдергали. Тань, ты представляешь, они заварку даже вывалили из банок. Так на, пей. Пей. Давай быстрый залпом. А главное, что конверт сперли. Я не понимаю, что я тебе крупно скажу, что я вообще как меня уволят. Какой конверт у тебя сперли? Какой, не знаю какой. Мне нужно было туда отвезти. Я должна была ему передать этот конверт. И теперь меня теперь уволят. Никто не уволит тебя. Что в конверте? Документы. Не знаю я ничего. Какие-то бумажки. Варь, а ты знаешь, что у тебя из квартиры украли? Нет, там ничего не понятно, там такой бардак, там. Танечка, покажите, пожалуйста, записку. Что? Покажите, пожалуйста, записку, которую мы получили. Сейчас. Какую записку? На, вот, на. На, в дверь сунули. А что это такое 48 часов, а? Ты меня спрашиваешь, что значит? А ковбой говорит, что это тебе адресовано. А что мне не принадлежит? Мне ничего чужого, я ничего не брала чужого, ничего. Варя, наверное, это и есть тот самый чужой конверт, который украли и за которым охотятся. Подожди, как охотятся? То есть охотятся за мной везде, следят за мной везде, ходят еще домой? Я ничего не понимаю. Так, ты сосиску будешь? Две, три. Давай три. Не стесняйся. У меня, знаешь, в холодильнике теперь как на мясокомбинате. Вон, ковбой постарался. Тань, ты знаешь, кто со мной летел? Кто? Вот мужик, помнишь, меня машины сбили? Тот мужик, помнишь? Он со мной рядом в самолете летел, да еще в одном отеле жил. Самое смешное, что я эту сумку всего лишь один раз из рук выпустила, когда в туалет в ресторане ходила. Потом пришла в гостиницу, сунулась билет в сумку проверять, а там ты думаешь, что? Конверта-то нет. И угадай, кто меня в ресторан в этот пригласил. Я сначала думал, она со своей сумкой никогда не расстанется. Сидела с ней, как беременная кенгуру, но потом, правда, на стул повесила. Слушай. Так выходит, эта сволочь тебя нарочно сбила. Довез до дома, узнал адрес, вытащил ключи, влез в квартиру и этому по голове дал? Не сходится. Почему? Потому что у меня все ключи на месте. Ой, ты думаешь, такая большая проблема к тебе в квартиру залезть? Кому надо, и без ключей откроют. Не понимаю. Я не понимаю, конверта у меня уже нет. Что им нужно вернуть, если конверта уже нет? Если только... Что? Ну что? Если только в этом конверте ничего важного не было. Командировку ее отправляли в пожарном порядке. За полдня. Там она ни с кем не встречалась, никому ничего не передавала. А может, у нее и не было ничего. Может быть, ее специально отослали отсюда подальше. Чтобы я не мешала им в квартире рыться? Ну, кому это нужно? Я не знаю, кому это нужно. Тань, вот давай... Давай просто рассуждать логически. Давай. Вот если рассуждать логически, если отправлял меня Крутов... То Крутову. Что им от меня понадобилось? Что им нужно вернуть? И зачем они мне этот конверт вытащили, если там ничего важного не было? Так, давай еще раз. Давай. Слушай, я вообще уже ничего не понимаю. Давай сначала. Почему тут твоя работа? Каким боком Крутов? А кто мужик ты, который тебя сбил? Так, женщины, давайте излагать факты на бумаге. Здесь нужна система.
Значит, чем у нас все... Вернее, с чего все началось? Да все просто. Началось все с того, что... Что Петька умер у Крутого в кабинете. Так, значит, это Петр Лига. Ну а теперь получается, что это никакой не Петр Борисович. Тогда кто же? Да, кто? Сейчас покажу. Вот, смотрите. Я ей эту газету в самолете специально подсунул. Реакцию мою хотел проверить, что ли? На что? Ну, ты прочитала? Ну, прочитала. Из банка сперли 50 миллионов, а начальство в этом не признается. Что там пресса пронюхала, неважно, но хранилище действительно обчистили. А мы при чем? При том, что это начальство и есть наш покойник Петр Борисович Лига. Какой Петр Борисович? Здесь написано... Там написано «Белый», Андрей Павлович. Там ни слова не написано, что он покойник. Тем не менее, именно этот мужик помер у нашего шефа в кабинете. Это совершенно точно. Документы были на его имя. Петр Борисович Лига. У нас, знаешь, какое начальство и охрана? Они как звери, никогда в жизни никого без паспорта не пропустят. Вот, это дело было в четверг. А газета, если обратить внимание, за пятницу. И там ни слова не сказано о том, что он там другой профессии, у него другая фамилия, тем более, что он умер. А Крутов милиции сказал, что он программист. Вроде бы делал ему какой-то сайт. Тут написано, что он президент банка. Так не бывает. Вопрос такой. Кто умер у вас на работе? Вот именно, потому что умер непонятно кто. Вот то ли президент банка, у которого сперли 50 миллионов, а то ли этот программист. И понеслось, меня сбивает машина. Потом меня тут же отправляют в командировку. Потом Димке дают по голове. Потом тот тип от машины живет в моем отеле. У меня пропадает конверт. Я возвращаюсь в Москву, у меня полный погром в квартире. И от нас требуют вернуть непонятно что и непонятно кому. Мне очень не нравится цифра 50 миллионов. Реально большие деньги. Но я знаю точно, что тот мужик из газеты, это тот самый мужик, которого в четверг умер у меня на работе. Знаю точно, что у него сперли 50 миллионов, и что от нас требуют вернуть то, что нам не принадлежит. Я думаю, деньги. Это не какие-то абстрактные деньги. Эти деньги кто-то увел у нас из-под носа. Естественно. Нас всех убьют. Что вы смотрите на меня так? Сейчас за 1000 рублей людей режут, а тут 50 миллионов. Не, пардон. Эти деньги к нам не имеют никакого отношения. Это мы знаем, что не имеют. Но тогда кто их прибрал? Кто? Ну кто? Кто же? Не знаю. Но это кто-то явно думает, что эти деньги у меня. Ну а где же еще? Вот те и секретарша всех перехитрила. Да. Я завтра на работе напишу ответ. Что мы, мол, вообще не знаем, о чем речь, что от нас требуют, ничего не знаем, все такое. Пожалостливее, подлиннее. Потом отправлю этот ответ на абонентский ящик, как его, 280. Потом постараюсь узнать, кто на самом деле был такой Петр Борисович Лига, чем он занимался и все такое, и почему его называют Андреем Белым. Тань, может, у него действительно пропали эти 50 миллионов? Или он сам их спер? Потом раздобыл документы на чужое имя. Его неожиданно схватил сердечный приступ или его убили. Тогда все понятно. Скорая-то его забрала под чужим именем. Он там Петр Борисович Лига. А что Андрей Белый умер, никто не знает. Поэтому все думают, что он скрывается. Все ищут эти треклятые миллионы. А почему с нас-то их требуют, Тань? А? Знаете что? Я Ваську к родителям отправлю, пока каникулы. Слушай, я чудовищно устал. Давай завтра еще раз на свежую голову все проговорим. Давай. Пошел спать. Спокойной ночи. Пока. Привет. Ты что пугаешь-то? Мне и так инфаркт чуть не схватил. Ты похудела, что ли? Постриглась. Точно. Я смотрю, думаешь. Так, ты мне скажи, ты по делу или просто так пришел? Я пришел узнать, где компьютеры наши. На таможне застряли, а Альберт обещал генеральному узнать. Да ты что? Я думаю, что он вообще дома про них забыл.
Хотя, знаешь, у меня от генерального даже специальное какое-то распоряжение было. Сейчас, наверное. Вот, точно, вот оно. Давай, я ему подсуну на стол, когда он придет. Спасибо. Ну, приходи на кофе. Ты мне сначала журнал верни, а потом уже приглашай. Ну, правда, вспомнить же орать будет. Блин, я забыл. Слушай, ну давайте я завтра принесу. У нас менты были опять. По поводу? Ну, как по поводу трупа вашего. В кои-то веки труп в офисе. А я сижу ни слыхом, ни духом. Даже кушать не выходил сегодня. Вечером выхожу, народ толпится, а я светскую беседу поддержать не могу. Ты не знаешь, кто это был, что это? Ну, Крутов сказал, что он новый сайт какие-то делал. Да ерунда все это. Если бы он делал новый сайт, я бы об этом знал. Потом я бы сам взял и сделал. Доброе утро. С возвращением вас. Запишите, пожалуйста, на 15:00 Добрынина Игоря. Отчество я не помню. В 2 часа совещание с продюсерами. Вы пишите? Ну что же вы, забудете, Альберт Анатольевич потом опять будет недоволен. И вообще, Варвара, что у нас в приемной постоянно делают посторонние? Это не посторонние, это наш программист пришел по поводу техники на таможне. Альберт Анатольевич будет заниматься техникой на таможне. По крайней мере, он сам генеральному обещал, что этим займется. Да? Не знаю. Я уточню. Значит, пусть кто-нибудь приходит от генерального директора. Это не дело, чтобы у нас тут толпами толпились программисты. Значит так, будет звонить Савина, не соединяйте. Позвонит Мартынов, соедините со мной. Okay. И сделайте мне кофе. Альберт Анатольевич не задерживается, будет после 12. А летучка как же? Какая летучка? Ну как в 11 часов у нас же летучка, все уже, наверное, из филиалов выехали. Господи, ну обзвоните всех, скажите, что не будет летучки. Господи, перезвоните всем, да и предупредите. Ах, студия. Петр Борисович работал в фирме Art Studio. Занимался компьютерным дизайном. Ну, что я буду делать без секретарши? Телефонную трубку сам поднимать? Альберт Анатольевич, ну я же самый большой на час туда-сюда, пока обеденный перерыв. А? Ну, мне правда очень нужно. Вам очень нужно, а мне нужно, чтобы мои сотрудники были на работе. А что это за мода такая, разгуливать среди бела дня? Ну, Лара же на месте. Лара, начальник секретариата. Почему она все время должна выполнять вашу работу? Идите. Я подумаю, что мне с вами делать. Приемный круто слушает вас. Варь, твой на месте? Да, на месте. А, у меня срочная почта. Генеральный приказал, чтобы он при мне письма посмотрел и резолюции написал. Доложи ему, что я сейчас поднимусь. Хорошо. Откуда ты знаешь? А если нет? Лара, я же тебе говорю, там все перерыто. Даже обои содраны. Надо было сразу ехать, как только эта дура в самолет села. А что ты так уверен, что она его именно домой утащила? А куда? Ну скажи мне, куда? На даче в огороде закопала? В камеру хранения сдала? Лара, она же тупая, как я не знаю что. Алик, солнце. Я понимаю, это неприятно, но надо из нее вытрясти. Ну что, примет? Альберт Анатольевич, пришла Громова, управляющая делами. У нее срочное письмо от генерального, она просит принять ее прямо сейчас. Вам что, неизвестно, когда я разговариваю с помощником, заходить ко мне нельзя? Первый день работаете? Почему вы вламываетесь ко мне в кабинет? Потому что Громова меня попросила, можно я войти? Заходи, разрешил. Прическа блеск, Варь. Ты не заболела? У тебя щеки горят. Просто душно. Пойду освежусь. Юридическая консультация выше. Ой, а вы не подскажете арт-студии, где находится? Здрасте. Здравствуйте. Я по поводу работы. В
Просто у вас на сайте висит объявление, что требуется секретарша. Вот, мне к кому обратиться? Ну, это, наверное, к Арсению. Вы присаживайтесь, он сейчас занят. Подождите. Федя, это ты придумал, что нам секретарша нужна? Да ведь умеют же, да? Но ведь умеют же, когда захотят. Ну, могут ведь, как сделали стервицы. Красота! Это я понимаю. А то все макет, макет. Какой там макет, когда дерьмо, а не макет. Ай! Приятного. Хорошие ребята, только двинутые на всю голову. Кто? Федька, да и Арсений тоже. А Арсений, наш генеральный, Федька, его заместитель. Может, вы кофе хотите? Тогда лучше чай. Барышня, у вас сигареты есть? Нет, я не курю. Это хорошо. Это очень хорошо. А вы кто? А я секретарь, я по поводу объявления. Это вам к Арсению. Спасибо. Вы секретарь? Да. Мне нужен fluent English и компьютер на уровне пользователя. Можно тупого пользователя у вас есть? В смысле что? English компьютер. В смысле дом и где? Что? Я имею в виду компьютер где? Дом есть компьютер, да. Вот здесь своих хватает. Пользоваться умеете? Да, умею. Уважаемый мистер Шульц, прошу вас прислать нам подтверждение вашего заказа согласно нашей предварительной договоренности. Переведите. Какой? На английский. Dear Mr. Schultz, I ask you to send us confirmation of the order in accordance with our preliminary agreement. Ситуация на рынке меняется в зависимости от цен на нефть. Situation at the market changes depending of oil prices. Класс! Ладно, стол тебе поставим, 3 телефонные линии, компьютер самый лучший. Договора, заказы, вся бумажная волокита у тебя. Да, мы на ты. Ладно? Да, да. Да, зарплата. Первые 3 месяца 800, потом 1100. В смысле чего? Чего? Долларов. А тебе что надо, йен? А можно мне... Ой, хорошо, я подумаю. Ну, думай. А ты где работаешь? Центр «Московское время». Ага, место известное, да. У них, конечно, там все поприличнее, чем у нас. Да. Ну, ты знаешь, мы тоже 8-й год на рынке, так что закрываться не собираемся, не волнуйся. И думай скорее, ты мне подходишь. Ладно, хорошо. Сколько раз я тебе говорил, Федя, брось ты эту заботу. У нас штат полный, пусть работают. Брось ты возиться с этим макетом. Так зато какой красавец. Красавец. Полька, что с Европой? Договор сдавать надо. Да, знаю, я уже все переделала. Приедешь, посмотришь. Не сайт, а конфетка. Ладно. Парням скажи, через час буду. Приеду, всем мозги прочищу. Как тебя зовут? Лаптева. Варвара Лаптева. Ну, пока. Лаптева. Ну что, чай пить будем? Да. А ты правда здесь 8 лет работаешь? Троепольские сайтами начал заниматься, когда про веб-дизайн у нас вообще никто ничего не слыхал. Так что мы сейчас самые крутые в Москве. А ты у нас работать будешь? Не знаю. Давай, приходи. Слушка, у вас такой лига работал? Петя, только он помер. Знаешь? Ну да, знаю. А он долго здесь работал? Работал? Это сильно сказано. Ему дадут работу на 2 дня, он делает 3 месяца, потом за него все равно кто-то заканчивает. Все время ноет. У нас в банке так, у нас в банке это. В каком банке? Не знаю, он в каком-то банке работал. Охранная система, что-то такое. Приходит ко мне, начинает конючить. Полина, помогите, пожалуйста. Я говорю, что надо? А он говорит, надо скан-глаз обмануть. Что обмануть? Ну, скан-глаз. Ну, знаешь, как в кино. Сканер сетчатки глаза. Ну, в общем-то, тоже с системами безопасности связано. Ну, я его послала, конечно. Это все равно, как считала мать. Однозначно криминал. Сука нашла таки. Алло? Ну, привет, дорогой. Да, спасибо. Слушай, ты, наверное, ужинай сегодня без меня, хорошо? Нет, есть дела. Да, нужно встретиться кое с кем. И потом, знаешь, я к маме хотела сегодня заехать. Ну, не знаю. Не знаю, как удастся добраться.
Угу. И вообще, я хотела у нее остаться сегодня на ночь. Хорошо? Ну все, не скучай. Целую тебя, пока. Привет, как дела? А, по делу выпиваете или просто так? Понятно. Есть новости? От Ивана тебе привет. Угу. Саш, что там у нас с проверкой счетов? Лига проверили. Крутовскими сейчас занимаемся. Угу. Сегодня вечером, максимум завтра, все будет готово. Вы за какой период смотрите? За год. И что, нашли что-нибудь? Кое-что есть. Кого позвонить? От метро, а? Тебе неприятностей мало? У нас что, тайга, что ли? Ну что, 7 часов? Да, в тайге вот у нас спокойнее, там народу нет. Варь, ну тебе мало неприятностей, ну что за... Тихо. Ну я же волнуюсь. Ну, что вы кричишь? Ну, мне не так начальник кричит. Чего ты мне опять еще... орал? Да, орал. Че орал? Я же отпрашивалась на часик компьютерчиком, а мне задержалась на 2 часа. Че узнала? Че узнала? Так, подождите, я не поняла. Получается, что этот покойник наш, он и там работал? Угу. То есть по понедельникам типа банкир, а по четвергам программист. Именно так оно и получается. Ну только в этом нет никакого смысла. Ну почему нет смысла? Просто этот человек, представьте себе, что он сам спер из банка 50 миллионов долларов. Он как-то должен был к этому подготовиться, поэтому он создал документы, фальшивые, соответственно, на чужое имя. И все, и устроился просто обычным программистом. Почему? Потому что следы запутывал. Он создавал просто ложную личность. Я только одного не понимаю, как вот президент банка может просить о помощи взламывать банковские системы безопасности. Просто если он... Хозяин. Хозяин. Он же входит вот в хранилище как к себе домой, правильно? И может взять оттуда все, что хочешь. Ну, да. 10 минут кончились, пошли. А то мы конь съесть короля или королеву. Ферзя. Ну, ферзя. Пошли. Так, Вась, что ты пристал к человеку? Иди играй. Он не пристал. У нас с ним договоренность. Еще одна партия, и он идет спать. Пошли. Ты не ждал меня? Ты же сказала, у тебя дела. Но я их отменила. Это плохо? Это замечательно. Только почему я такая дура, а? Я сегодня принца ждала. Вот, дождалась своего. Ведь принц что, чтобы на гитаре играл, а зимой без шапки ходил. Чтоб шикарно было. Я же подумала, так 10 лет на него убила. И никто же мне тогда дури не сказал, что надо было не принца ждать, а вот хватать такого Димку. Валить с ним на все 4 стороны. И главное там держать, чтобы не увел никто. А я до сих пор еще. Введение единого телефонного номера для блокирования потерянных или украденных расчетных карт. А, принца. Дура ты, Лаптин. Чернышов, Контессов и президент банка Андрей Белый. Было подписано соглашение о сотрудничестве. Через день после подписания договора стало известно, что из банковского хранилища исчезла крупная сумма денег. Однако руководство банка это отрицает. Комиссар ЕС, отвечающий за вопросы внутреннего рынка, Фриц Болкенштейн, заявил на днях в Брюсселе. Да. Мы работаем над созданием единой платежной зоны в Евросоюзе. Наряду с повышением уровня безопасности электронных платежей, мы должны изучить возможные пути, как сделать систему блокирования потерянных или украденных карточек. Нет, это не наш покойник. В Сиднее начался судебный процесс над Мэрил Ренглер. Год назад эта скромная 35-летняя секретарша была арестована за подделку документов. В ходе расследования полиции удалось установить, что на счету Тихони Мэрил, как окрестили ее журналисты, несколько крупных афер с ценными бумагами, в результате которых австралийские финансовые компании понесли убытки в общей сложности на 9,5 миллионов долларов. Варь, может, тебя ковбой все-таки проводит, а? Два шага до дома. Все, давай. Целуй. Ну давай, позвони, как придешь. Обязательно.
Вася, Вася, как ты меня сконфузил-то, а? Слушай, что ж делать-то мне, а? Вась. А где Варвара? Ушла, пока вы там в шахматы играли. А что-то она долго не звонит. Тихо, не ори. Лежи тихо. Где деньги? Где деньги? Где деньги, я тебя спрашиваю? Если ты не вернешь деньги через 36 часов, я убью и тебя, и твою подругу. Это я, все, успокойся. Тихо. Тихо, 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 тихо. 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 Успокойся уже, все уже, успокойся. Тихо. Это я. Посмотри на меня, это я. Видишь? Это твоя сумка. Скажи мне, что случилось? Что случилось? Кто тебя так отделал? Ты видела его, нет? Своего дома. Поехали, поехали. Хочу домой. Поехали домой, домой. Домой, хочу. Домой. Ну что? Не отвечает. Пойду дойду до нее. Не-не-не, ты оставайся, я сам дойду. Сиди, ковбой. Дадут опять по башке. Здесь, здесь сумка. Иван Александрович, помочь? Нет, спасибо, я сам справлюсь. Давай. Может, врача? Да нет, ничего, попозже. Если что, я позвоню. Давай. Не надо мне никакого врача. Ну, тебе не надо, а мне надо, у меня мигрень. У тебя мигрень, у тебя аллергия на кошек. Ну что, ребра целые, ушибы, конечно, сильные. На, уколешь не на ночь, ночь поспит спокойно. А завтра, конечно, поболит. Спасибо, Василий Леонидович.
С меня причитается. Угомонись. И не забудь тугую повязку на ребра после ванной. Хорошо. Счастливо. Будь. Все в порядке? Или помочь? Мне не надо ничего помогать. Ну хорошо, сейчас примешь ванну, я тебя накормлю, сделаю тебе укол и уложу спать. Не надо никакого укола. А тебе вообще ничего не надо. Самое лучшее – это лежать в луже, обклеенной скотчем. Одежда. Я ж понятия не имею. Наверное, там, где ты разделась. В ванной. Присаживайся. Есть будешь? Да. Завтра придет Анна Семеновна и все почистит. Это твоя жена? Анна Семеновна? Моя домработница. Приятного аппетита. Спасибо. Тебе мясо порезать или ты сама это сделаешь? Сама. Где деньги? Где деньги? Где деньги, я тебя спрашиваю? Что ты так смотришь? Варвара, если ты думаешь, что это я тебя избил, то ты ошибаешься. Как ты оказался у моего дома? Тебя ждал. Зачем? Ты увидеть хотел, ты мне понравилась. Ты мне лапшу на уши ешь, мне не 15 лет, я не верю в эти сказки. Что тебе от меня нужно? Нет, тебе ничего не нужно. Зачем ты к Карлу Вару поехал? Отдыхать. Отдыхать? А что ж так рано вернулся? Ну, ты вернулся еще быстрее. У тебя же там друзья живут? Да. А почему же ты у друзей не остановился, остановился в отеле? А так удобнее было. Угу. А зачем ты вытащил у меня конверт? Я спросить тебя, какой конверт или с чего ты взяла? У меня же рылись в номере, потом вытащили конверт. Какой конверт? С чего ты взяла? Мне дали конверт, чтобы я его отправила на Московскую улицу. Именно для этого я, собственно, и летела. Тебе нужен был конверт, да? Почему ты тогда решила? Потому что не бывает таких совпадений. Ты летишь со мной в одном самолете, садишься со мной в соседнем кресле, потом еще газету эту. Ты же мне специально подсунула эту газету, да? Потом еще селишься со мной в одном отеле и ждешь, пока я в бассейн пойду, чтобы отлить горничную, вытащить у нее ключ и залезть ко мне в номер. Да. Да, это же видно, что мы в комнате рылись, потому что сумка была открыта, и проспект валялся на полу, и горничные мне сказали, что ей звонили. Кто? Ты. А, это горничная тебе сказала? Нет, это и так ясно. Я в бассейне по ошибке надела твой халат, и у тебя в кармане был мобильный. Ну и что? Ничего, какой дурак ходит в бассейн с мобильным телефоном. Тем более, что ты зачем ты же его взял? Ну и зачем я его взял? Чтобы позвонить горничной, которая торчала в коридоре. Пока она с тобой разговаривала в своей комнате, объясняла тебе, что вы ошиблись, ты просто стибрил у нее с тележки ключ, открыл мою комнату и залез туда. Ты же его искал, этот конверт, да? Правильно? Правильно. То, что в куртке у тебя, я его не нашел, в самолете проверил. И в номере не нашел, потому что ты сумку с собой взяла. А ты его вытащил, знаешь, когда? Когда я в ресторане сумку повесила на стул. А что там было-то в конверте? Этого ты не знаешь. Держи. Так что это? Насколько я понимаю, приглашение на новогодний вечер вашего холдинга 10 месяцев назад. С этим тебя отправили в Карловы Вары.
Как, то есть... Это что, я пустышку везла? То есть за границу я просроченные приглашения везла? Нет, ну ты искал не это. Ты будешь кофе или чай? Неважно, скажи мне, что ты искал? То, что было украдено из банковского хранилища Андрея Белого. Коды доступа к счету, на котором лежит 50 миллионов долларов. На, вот, на, на, в дверь сунули. Верните то, что вам не принадлежит. Главпочтамт, абонентский ящик 208. У вас есть 48 часов. А ты зачем их ищешь? Ты что, частный детектив? Какой черт у частный детектив? Я просто друг Андрея. А ты что, с самого начала знал, что они пропали? Кого их и что значит сразу? Деньги. Ты когда меня сбивал, знал? Во-первых, украли не деньги, а коды доступа к ним. Деньги нам перевели на специальный транзитный счет. Для того, чтобы их снять оттуда или перевести в другое место, необходимы коды доступа. Без них мы даже счет заблокировать не можем. Это как пароль, что ли? Ну да, только сложнее. Целая система алгоритмов. Коды доступа написаны на специальном носителе. Вот его, собственно, и украли. Может быть, деньги на счету лежат. А может быть, их перевели уже и обналичивают где-нибудь в Цюрихе. Если удастся найти коды доступа, то тогда сможем отследить путь денег. А к слову сказать, не я тебя сбил, а мой водитель. Ты знал об этом? Знал, но под машину ты попала случайно. Так не бывает. Бывает. Мы ехали, ты шла. Случайность. А что ты взял, что я имею отношение к этой карточке, к этим деньгам, которые твоего друга пропали, а? Я считаю, что к ним имеет отношение Петька, а ты последняя, кто видела его живым. Петька, это Лига, что ли? А это не тот самый человек, что твой друг Андрей Белый, а? Нет. А я думала, что они очень похожи. Я даже думала. Я думала, думала, кто же умер-то у шефа в кабинете. Ну? И потом подумала, что вообще даже никто не умирал. Потому что, что деньги-то он украл. И потом заметал просто следы. Ну и до чего ты додумалась? Я додумала, что это два разных человека. Я видела, как Лига подписывал что-то у шефа в кабинете левой рукой. А потом видела, как банкир правой рукой писал что-то на телевидении. Молодец, умница. Это действительно два совершенно разных человека. Просто они близнецы. Как близнецы? У них же абсолютно разные фамилии и отчества. Да, но у них родители развелись, когда они совсем маленькими были. Петька остался с отцом, а Андрюша с матерью. Она потом замуж вышла. И Петр Сергеевич его усыновил и отдал ему свою фамилию и отчество. А, подожди, так получается, что один брат другого, у другого брата хранилище обчистил? У них вообще очень сложные взаимоотношения были. Я-то думал, что ты в этой комбинации была курьером, и твоя задача ключ за границу переправить. А потом решила, что ты просто вытащила у Петьки ключ и сама решила уехать. Да никого я ничего не вытаскивала ни у кого. Может быть, и не вытаскивала. Ну, ты знаешь же, что меня хотели убить. Почему? Ну, не убили же. Ради больших денег-то может многое произойти. Так что ты могла вытащить ключ, а я мог тебя избить. Ни у тебя, ни у меня нет никаких доказательств. Thank you.
гормонов, очищает сосуды сердца и головного мозга от жировых бляшек, пищевых добавок, восстанавливает функцию предстательной железы, стимулирует производство половых гормонов, очищает сосуды сердца и головного мозга от жировых бляшек, заживляет раны, высокоэффективен при язвах желудка, кишечника и желчекаменной болезни, восстанавливает работу почек и мочевого пузыря, обладает усиленным мочегонным и противовоспалительным действием, повышает иммунитет, применяется для быстрого восстановления организма, источник здоровья и долголетия. Что? Ой. Возникла. Сейчас стою. А как ты здесь-то? Ты же там был. Надоело ходить туда и обратно. Устал. Ты так орала, что я решил уснуть рядом. Я орала? Угу. Еще как. Кстати, а при чем тут Харлей Дэвидсон? Ты что, мотоциклист? Мне в салоне сказали. В каком салоне? Где? В Карловых Варах. Сказали, что мне пойдут джинсы, кожаные куртки, Харлей Дэвидсон. А я же джинсы сроду не носила. Мне бабушка говорила, что полные девушки должны носить юбочки и платья. Вот. А Харлей Дэвидсон, я даже не знаю, что это, мотоцикл. Мотоцикл. Причем харизматичный. Черт, зря я с тобой уснул. В смысле? Теперь ведь ни о чем другом думать не смогу. Танюш, привет! Варя! Варь, ты жива? Да не ори, у меня все в порядке. Сейчас, я тебе сейчас все объясню. Варька, где ты? Что случилось? Танечка, меня просто вчера избили, потом мужик этот подобрал, который, ну помнишь на машине? Да, я у него сейчас дома. У кого ты дома? Лаптева, ты идиотка, нет? Мы думали, тебя убили, а мы всю ночь не спали. Тань, ну подожди, ну не переживай ты так, у меня все в порядке, да, все в порядке. Доброе утро. Да, здрасте. Я тебе потом, да. Я Анна Семеновна. Здрасте, а я Лаптева Варвара. Я сейчас ухожу, извините. А может, вы вначале позавтракаете? Я сейчас что-нибудь приготовлю. Ну, или выпейте минеральной воды перед завтраком, это полезно. Доброе утро, Анна Семеновна. Доброе утро, Иван Александрович. Что вам приготовить на завтрак? Не знаю, ты что хочешь? Сделайте нам яичницу с беконом. Хорошо. Хорошо? Как ты? Я не завтракаю. Да будешь завтракать теперь, придется тебе. А что за ключ, я не поняла? Какой-то ключ там. Шифр, код, чип. Не знаю, ну в общем не важно. Самое главное, что это... Ну доступ, люди могут снять деньги со счета. Ну, как я понимаю. Слушай, а деньги? Такие 50 миллионов? Карточка, деньги-то эти пропали, ключ пропал. Лик-то умер, его, значит, или убили, или что. Вот. Я же труп нашла, поэтому все думают, что ключ у меня. Ну а что делать-то теперь? Как чего? Искать ключ. Потом его белому вернуть. Вот, и чтоб к нам охрану приставили, пока нас всех не кончили. Чего нас всех? Не поубивали. И банк.
Тихо! Это я! Посмотри на меня, это я! Видишь, это твоя сумка! Привет. Чё это ты в очках? Об дверь ударилась. А ты чё пришёл? Ну так, просто пришёл. Кто же это чёртово окно открыл? Какое окно? Когда у Шепа в кабинете мстители убили, там окно кто-то открыл. А кто открыл, зачем открыл? Ты про труп опять. Крутов окно открыл. Я сам видел. Ты видел? Видел, я в окно видел. Я сидел у компьютера, программа у меня не шла. Ну, смотрю, Крутов на подоконнике пляшет. За раму дергает. Думаю, чего это он выперся туда? Кондиционер у него полетел, что ли? Что, прям Крутов на подоконнике стоял? Ну, стоял на подоконнике. Вот, смотри. В начале июня Крутов распорядился перечислить 1,5 миллиона денег казенных для оплаты оборудования 2 региональных телестанций. Так. Через 2 дня ровно такая же сумма поступает на его личный счет на Кипре. Угу. Еще через 3 суток эти деньги уходят со счета Крутова. В тот же день Петр Борисович покупает у компании «Вторчермет» партию дешевой меди общей стоимостью 1,5 миллиона долларов. «Вторчермет», мы как-то работали с ними, слава богу, недолго. Так что с этой медью? Арестована. Ворованная, поэтому дешевая. Насколько я понимаю, Петр Борисович хотел заработать на этой меди. А поскольку своих денег у него не было, он нашел спонсора нашего дорогого господина Крутова. Угу. Тот спер казенных денег. Угу. Петька купил на них ворованного говна, думал продать его втридорога, но сделка сорвалась. И Петька остался Крутову должен. Слушаю вас. Альберт Анатольевич просил узнать, не оставлял ли он у вас свои визитницы. Просто несколько дней назад потерял свою визитницу и хотел бы вот узнать, не у вас ли он ее забыл. Присаживайтесь. Спасибо. Благодарю. Вы все правильно сделали. Спасибо, Лена Вакетовна. Так это Альберт Анатольевич вас направил ко мне. Лина, мне нужно узнать, где был мой шеф, когда у нас в кабинете умер посетитель. Он сказал, что был у вас. Зачем вам это нужно? Ну, я попал в очень неприятное положение, мне нужно правда кое-что выяснить. Альберт Анатольевич сказал, что заходил ко мне? Да. Странно. Очень странно. Дело в том, что в тот день, когда случилось это несчастье, Альберт Анатольевич не приходил к нам. Ни ко мне, ни к кому-либо другому. Спасибо. Пожалуйста, Варя. Алло? Привет, дорогой. Как дела? Нормально? Слушай, а ко мне заходила Лаптева? Вот ваша почта, тут и корреспонденция, и пресса. Спасибо. Где деньги? Я не знаю. Где деньги, я тебя спрашиваю? Я правда не знаю. Варь, Варь, что с тобой? Варь, тебе плохо? Варя? Я не знаю. Значит, Петька Крутову задолжал. Да, и много. Ну, теперь, по крайней мере, понятно, какие дела у Петьки были с Крутовым. Я думаю, тот его и надумал в хранилище влезть. Мол, и долги отдашь, и подзаработаешь, а я твой зад прикрою, документы переделаю на другую фамилию. А и все равно я не понимаю, чего он в офис Крутову явился среди бела дня. Да черт его знает. Может, передумал. Может, решил, что дележ неправильный, решил поторговаться. Поссорились, ну и... Значит, Крутов у нас идейный вдохновитель, Петька – исполнитель. Все равно должен быть кто-то третий. Должен. Да, наверняка. Кто-то должен быть третий.
Слушаю, Альберт Анатольевич. Сколько раз я просил не говорить со мной по громкой связи. Только через трубку. Только через трубку. Я поняла, поняла. Только через трубку. Господи, это переходит всякие границы. Вы меня слышите? Да, да, слышу. Это переходит всякие границы и только через трубку. Что это значит? А что у вас с лицом? Дрались? Нет, упала. Ну тогда идите домой, вы всех клиентов распугаете. Альберт Анатольевич, в наше время синяки не являются поводом для выдачи больничных листов. Вася звонил. Сказал, у него все хорошо. А ты ужинал? Я тебя жду. Есть будешь? Буду. Алло. Алло, Лаптева, ты долго там на работе торчать собираешься? Уже ухожу. Давай, будешь выходить, позвони, и мы тебя встретим. Тань. Тань, только я сначала, ну, в одно место заеду. Ну, к тому мужику. Да, который ночевала. Ну, я же в нем там все забыла. И сумку там, но там же все у меня, ключи и деньги. Здравствуйте. Чем могу помочь? Вы в какой квартире? Не знаю. Я к Ивану Александровичу. Я не знаю ни фамилии, ни номер квартиры. Одну минуточку. Иван Александрович, к вам... Варвара Лаптева. Госпожа Лаптева. Она может подняться? Варвара, добрый вечер. А вы что, к нам? Ну почему же вы мне на работе не сказали, что к нам направляетесь? Я бы вас подвезла. Добрый вечер, я проведу. Пройдемте, пожалуйста. Проходите. Ой, голова так болит, устала жутко. Вы знаете, не день, а какое-то безумие, правда? Ну, а как ваш шеф? Вы узнали, к кому он направлялся? Выйди по телефону в Германию. Слушай, я хлеб забыл купить. Это я забыл, я же обещала хлеб купить. Я же шла, помнила. И подумала, с утра на вызовах надо хоть бутерброд взять. Сейчас я сбегаю. Нет, нет, нет. Ты сиди, я сам сбегаю и куплю. Ну только не надо всяких тортиков, а то я и так толстая. Ты не толстая. Ты нормальная. Привет, дорогой. Гости к тебе. Встречай. Привет. Вы меня извините, пожалуйста. Я на минутку, я только сумку у вас забыла, пришла забрать сумку. Ну, может быть, ты зайдешь или сюда ее вынести? Нет, лучше сюда, давайте. Добрый вечер.
Здравствуй, любимый. Привет. Вот твоя сумка. Спасибо. Я просто не хотела беспокоить, нужно было позвонить, а я телефона вашего не знаю. Я пошла. Болит? Я ж тебя предупреждал. Чё ты лезешь, куда тебе не надо? Чего вы от меня хотите? Денег от тебя хочу. Зубы хочу поставить такие, как у тебя. Дима! Я милицию вызвал, они сейчас приедут! А! Ты чего? Ты что? Ты идиот совсем, да? Так. Подожди. Ты до детского мира доехал, наконец! Че ты орешь? Детство в жопе заиграл! Ты когда закончишь, это идиотина! Ты в покое... Я не к тебе пришел! А к кому ты пришел? К сыну пришел! Что ты сказал? К сыну пришел! Да ты проспался, да? Ты сына 10 лет в глаза не видел, не вспоминал про него, чтобы я не... Так, скажи мне, он тебя ударил? Он меня не... Он ударил тебя или нет? Я его ударил, идем. Че, появись, чтобы ноги твоей иди, не было, иди. Понял, скотина? Тебя, ты понял меня, чтобы не... Чтобы ноги твоей не было и квасики, чтобы не подходил, скотина! Ну, ты вообще молодец, что пришла. Я же подумала, что Лина твоя жена. Лина? Угу. С чего ты взяла? Такая вся красивая такая она. Она тем более шла как к себе домой. Ну, так она и шла к себе домой. Они в соседней квартире живут. Мы вообще 100 лет друг друга знаем. Сначала в институте вместе учились, потом она вышла замуж за Андрюху. Вот этого белого, да, Андрея? А ты чего, из-за нее так напряглась, что ли? Да нет, ну она такая красивая, я такая вся некрасивая, такая толстая, в грязных, таких старых ботинках. Так. Ну, какая глупая. Да. Ты же ничего не понимаешь в женской красоте. Ты ничего не понимаешь. Я не понимаю. Как это я не понимаю? Ты чего делаешь-то? Пытаюсь за тобой ухаживать. Ты же уже ухаживал, ты же у меня в ванну уже отмачивал, укол мне делал, да? Ну, это не считается, я тебя в ресторан не водил, в театр. Пытаюсь наверстать упущенное. Подожди, ты меня сейчас что, в театр приглашаешь? Никого дома нет? Mm-mm. Ой, хорошо. Это же не очень срочный звонок, да? Да нет. Давай спускайся быстрее, мне нужно с тобой поговорить. Если Лига отравили, да, то должен быть кто-то третий. Почему ты так думаешь? Потому что мой шеф никого не может отравить, он трус для этого. И когда Лига стало плохо, он очень перепугался и полез окно открывать. Наш программист сказал, что круто по подоконнику скакал. Откуда он его видел? Ну, потому что программисты напротив сидят. У них окна выходят на нашу сторону, на противоположную сторону. И они видят все, что происходит у шефа в кабинете. И что дальше? Так вот, когда Крутов понял, что Лига умер, он очень испугался и решил разыграть спектакль. Он посадил Лигу за компьютер, всем сказал, что ушел к юристам, а сам ждал, кто первый обнаружит труп. Так вот, на самом деле, он же не пошел к юристу. Я же это проверяла. Я знаю, мне Лина сказала. Да? Угу. Ну да. Но Крутов же не думал, что кто-то будет его проверять. Правильно?
А я проверила. 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 И все выяснила. Нет, ничего я не выяснила. Только больше все запуталось. Смотри, когда Крутов ушел из кабинета, Лига умер. Кто-то же третий ходил по кабинету, кто-то третий свалил монитор. Кто это третий был, никто не знает, но я знаю точно, что это Крутов не мог ни разрушить мою квартиру и не напасть на меня. Почему? Когда первый раз вошли в мою квартиру и дали Димке по голове, это точно был не Крутов, потому что Крутов был целый день на работе, это я точно помню. И Крутов, он такой трус, что никак в жизни никого пальцем не тронет, не то что. Так что был кто-то третий. Я очень боюсь. Не бойся. Ты же у меня храбрая сыщица. Знаешь что? Когда на меня напали, у меня платок немного съехал, и я увидела журнал. Какой журнал? Глянцевый журнал с такой наклейкой. К нам когда в холдинг приносят журналы с одинаковыми наклейками, на них написан адрес и офис, кому это предназначается. Вот, я думала, что человек должен работать у нас, тогда ничего не сходится. Чего не сходится? Да ничего, он должен работать в другом месте, этот третий. Но не у нас. Варвар, пойдем спать? Нет, мне нужно думать. Завтра подумаешь. Нет, мне нужно сейчас думать, чтобы наконец-то выяснить, что это было, найти этого человека, найти деньги, этот ключ, все найти, все во всем разобраться. Тем более, что я не хочу, чтобы Андрей думал, что украла я. А Андрей не думал. Это я думал. Не понял. Ничего. Ничего не приснилось. Ну, просто иди ко мне. Все проспали, все. Все проспали. Что мы проспали? Работу все проспали. Работу. Может быть, ну и эту работу. Нельзя. Нельзя. Если я не приду, то меня шеф уволит. Уволит меня шеф. Уволит. Польский приехал. Быстрее иди, потому что он убежит опять. А, здорово, здорово. Варварочка, а что ж вы сегодня так поздно? Ну все, давай, до пятницы. Варварочка, вы отнесли на подпись генеральному директору договор с Новосибирском? Сейчас отнесу.
Я уехал, буду вечером. Давай. Да. Алло, добрый день. Здравствуйте, а могу я поговорить с Арсением Троепольским? Да он уже уехал. А, тогда можно с Полиной поговорить? Светлова! Светлова! Вы знаете, что-то нет их никого. Хорошо, спасибо. Варварочка, Варвара, подготовьте, пожалуйста, план завтрашнего совещания. Это срочно. Варвара, Бражников, привет тебе, солнце. Слушай, ты же у нас все можешь, да? Помоги, а? У нас тут жалюзи заело. Не проветрить, ничего. А у меня машина, им воздух свежий нужен. Слушай, ну что я могу? Давай попробую найти тебе Колобова. Сейчас, давай. Хорошо. До вечера. Димочка. Спасибо, Альберт Анатольевич, спасибо. Всего доброго. Подписал. Сам письмо в таможне подписал, прикинь. Наконец-то я вижу свои компьютеры. А я тебя обыскался. Иди, проверяй работу. Я все сделал. Только не надо дергать ее вот так. Кого дергать? Желюсь эту. Да. А то все дергают, понимаешь ли, а я потом ремонтирую. Да, да, Степ, у нас такая с тобой жизнь. Все нас дергают, дергают, как эту самую желюсь. Только не надо, она им нафиг не нужна. Хорошо, эта жизнь. Спасибо вам большое. Целый спасибо. Месяц, вы понимаешь ли, в темноте сидели или и нормально было. А теперь, когда вам приспичило, так я должен ремонтировать. Крутов окно открыл. Я в окно видел. Я сидел у компьютера, программа у меня не шла. Ну, смотрю, Крутов на подоконнике пляшет. За раму дергает. Думаю, чего это он выперся туда? Кондиционер у него полетел, что ли? Целый месяц в темноте сидели, сидели, а тут вам приспичило. Надо ремонтировать. Алло, здравствуйте. Могу я поговорить с Арсением Троепольским? Ага, а с Полиной? Да, извините, пожалуйста, мне правда это очень важно, можно? Алло, Полин, здравствуйте, это вам Варвара звонит, помните, секретарь, да. Свет, скажи, пусть подождут минуту, я сейчас подойду. Алло, извини, мне надо бежать макет показывать. Да ну, не за что. Что ты? Спасибо большое. 75. Спасибо огромное. Мне правда, извините еще раз за беспокойство, мне правда это очень важно было. Да, все, спасибо. Целый месяц в темноте сидели, сидели, а тут вам приспичило. Надо ремонтировать. Слушай, Альберт Анатольевич. Сколько раз я вас просил не говорить со мной по громкой связи. Да. Только через трубку. Да, 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 я помню, только через трубку. Ну вот что, зайдите ко мне. Угу. Проходите. Присядьте.
Все мы с вами люди. Бывают разные ситуации. Вы меня раздражаете, Варвара. Да, вы раздражаете меня. Вы неплохой работник, но я не могу с вами работать. Есть два варианта. Или вы пишете заявление по собственному желанию, и не надо рассказывать, что вы много лет работаете в нашей компании и так далее. Или другой. Я перевожу вас в дочернюю структуру. Какую? Машинисткой. Не поняла, в какую структуру? На Мичуринский проспект. Спасибо, Альберт Анатольевич, я не хочу ни в какую структуру, ни на какой Мичуринский проспект. Я лучше заявление напишу, ладно? Хорошо, я рад, что вы с пониманием отнеслись к ситуации. Пишите, я подпишу, отнесете в отдел кадров, там быстро оформят. Я не хочу, чтобы вы здесь работали. Я не могу работать, когда вы постоянно мелькаете у меня перед глазами. Простите. А это совещание завтра в 10 часов утра. К совещанию подготовит все Владислава. Лара ведет ее в курс дела. Можете не задерживаться, Варвара. Хорошо. Все, до свидания. Альберт Анатольевич, до свидания. Угу. Ну что, Варварочка, все решили? Да. Все решили. Надеюсь, вы не в обиде на нас. Ну и прекрасно. В 5 часов приедет Владислава. Вы не могли бы освободить стол от своих личных вещей? Конечно. Вы не расстраивайтесь. Вы знаете, я вам даже завидую. Вы сейчас домой поедете отдыхать. А у нас тут еще столько работы. Приемный, круто слушать вас. Привет, Варвара. Добрый вечер. Ты заболела? Да, нет. А ты где был? А? Ты где был-то? Я думала, я тебя потеряла. Я на работе. А что случилось? С работы уволили. Почему? Я потому что шефа раздражаю. Ну и прекрасно. Сейчас заеду за тобой и поедем куда-нибудь поужинаем. А то дома есть абсолютно нечего. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы... Привет. Ты готова? В чем дело? Где твоя сумка? Я не понимаю, что здесь происходит. А вещи? Я сейчас вызову охрану. Коль, забери. Лара, что происходит? Ты что, Альбертик, не узнаешь меня? Ой, Иван Александрович, мы никак не ожидали. Молодец, признал. Начальство-то надо знать в лицо. Мы всегда рады. А что тут происходит? Ой, да. О, как все запущено. А может быть, вам предложить кофе, чаю? Ты будешь чай или поедем? Чаю нам не нужно. А вы знакомы с Варварой Андреевной? С Варварой Андреевной мы знакомы очень хорошо. А ты кто, Иван? Ты президент Путин в гриме, что ли? Ну что ты, все гораздо скромнее. Я всего лишь хозяин этого холдинга. Как? То есть те газеты, все журналы, все телевидение твое? Угу. И 50 миллионов на счету, ключ от которого утерян. Как тоже твои? Их перевели Андрею в банк, а потом кто-то ключ доступа украл из хранилища. А я его нашла. Этого человека нашла. Где? Здесь. Алло, Вань, ты что ли?
Ты где сейчас? Да вот домой собираюсь. Давай поворачивай, иду ко мне в лавку. Заодно Лину прихватишь. Я у Альбертика. Хорошо. Привет, Иван. Здорово. Что у вас тут за собрание? Привет. Варвара, это Андрей Белый, мой друг и партнер. С Линой вы знакомы. Это Варвара Лаптева, Андрюш. Альбертик, я надеюсь, Андрея тебе не надо представлять, нет? Ну, слава богу. Садись, Андрюш. У нас здесь очень забавный разговор происходит. Значит так. Нам стало известно, что брат Андрея, Петр Лига, задолжал тебе, Альбертик, очень крупную сумму денег, которую ты вытащил у меня из бюджета. Чтобы вернуть долги и немножечко разжиться, вы с Петькой решили обчистить хранилище. Андрей в это время находился в Женеве и должен был задержаться там еще на несколько дней. Лига, воспользовавшись этим, вошел в хранилище и забрал ключ доступа к счету. Он одно время работал у Андрея в банке и прекрасно был информирован обо всем, что там происходит. Плюс приехал на машине брата, и костюм на нем был его. Так что естественно, что охрана приняла его за Андрея. Начальство приехало. Лига спокойно вошел в хранилище и спокойно вышел. У него были документы на чужое имя. Билет на самолет. Плюс наверняка, Альбертик, ты еще ему денег на первое время обналичил, так ведь? Ну, правильно, молодец. Так что улетел бы и поминай, как звали. Только Андрюша вернулся чуть раньше, чем предполагал. Тут у вас, Альбертик, не срослось. Не срослось. Вместо того, чтобы рвать в аэропорт, занервничал или пожадничал и приехал к тебе, и здесь и умер. Но так получилось, что умер он на глазах у Варвары, и она заподозрила, что умер он не сам. Я вообще с самого начала подозревала, что Петра Борисовича убили. Во-первых, потому что компьютер, за которым он работал, он был выключен из сети. А во-вторых, окно. Вот оно было открыто, и все, а мне оно не давало покоя. Я же знаю, что у нас окна вообще очень трудно открывать. Тем более, что после ремонта мы их вообще перестали открывать. Вот. Альберт Анатольевич, значит, вышел из кабинета. Мне сказал, что он пошел к юристам. Посетитель долго сидел тихо в кабинете. Потом какой-то я слышу, ну, шаги, шум. И вдруг там что-то бабахнуло, я решила посмотреть, смотрю, а он тут мертвый лежит. Ну, я огляделась, конечно, что в кабинете никого не было, дверей тоже нет, окно открыто. И решила, что шеф никак не мог убить нашего посетителя, ну, потому что я же слышала, как он ходит. Но я ошиблась. Петр Борисович умер на глазах у нашего Альберта Анатольевича. Он страшно перепугался, и поэтому ему пришлось разыгрывать перед нами весь этот спектакль. Минуточку, я не понял. Как Петька мог ходить по кабинету, если он умер? Так это не он ходил, это ходил другой человек. Круто, что ли? Нет, это Игнат ходил. Господи, а это еще кто такой? Да вот как раз это и есть третий участник комбинации. Дело в том, что Лига был, вот Петр Борисович, он был очень плохим программистом. Конечно, он охрану-то мог обмануть, но вот никогда в жизни не обманул бы сканер. А ты откуда знаешь? Когда Крутов объяснял с милицией, он сказал, что Лига работал в арт-студии. Ну, я, конечно, поехала в арт-студию, узнала, работали ли действительно там. Он действительно работал, но работал очень плохо. Одна девушка рассказала, что незадолго до смерти Лига попросил ее о помощи обмануть сканглаз.
Она отказалась. А Игнат согласился, ну, конечно, за определенные вознаграждения. И Игнат потом написал программку, чтобы обмануть сканер, передал ее Петру Борисовичу. И я думаю, что Игнату просто гонорар показался маловат. Я думаю, что он его отравил, потому что они были хорошими знакомыми, и отравить ему было нетрудно. Там подсыпать что-нибудь в кофе, например. Записано. Все, хорошо, записала. У себя? У себя, только просил не беспокоить. Хорошо. Побыстрее, пожалуйста. У нас разговор. Альберт Анатольевич, вам шиповник. Конечно, вот Игнат, он наблюдал за тем, что происходит у Крутова в кабинете между Крутовым и Лига. Только откуда непонятно, там из туалета, с лестницы, потому что все окна как раз выходят на нашу сторону. И он увидел, как Лига стало плохо, Крутов открыл окно, потом вышел из кабинета, тут ему подфартило, что Крутов ушел из кабинета. Он быстренько влез в окно, начал обыскивать покойника, и вот этот шум, который я слышала, он топал-топал-топал-то в кабинете, я вошла, а он уже убежал. А как же он влез? Третий этаж, на той стороне полно окон. Не мог он среди бела дня просто так по стене лезть? Да он и не лез. Он в люльке ехал. У нас же вторую неделю окна моют. И все уже привыкли, что в окнах кто-то болтается. И даже никто внимания не обращает. А вот Игнат-то пока в люльке ехал, он же не мог видеть, что происходит в кабинете. И он подумал, что я зашла, залезла в карман к Лиге и вытащила ключ. Вот. И Крутов то же самое подумал. Потому что, как это не глупо, Крутов не знал о существовании Игната, а Игнат не знал о существовании Крутова. И вот они решили, что ключ у меня. Вот. А Игнат поступил очень просто. Он вытащил у меня из кармана ключи, сделал дубликат и пошел осматривать мою квартиру, пока я на работе была. Ну, ему здесь не очень повезло, потому что у меня в квартире был Димка. Друг у меня из Америки приехал, вот. Крутов тоже хотел обыскать мою квартиру. Отправил меня срочно в командировку, но уже было поздно, потому что в квартире застал полный погром, там ничего не смог найти и плюнул на это дело. А Игнат нет. Он продолжал следить за мной, за моей подругой, за ее сыном. Повесил записку на дверь с требованием вернуть деньги или нас всех убьют. Напал на меня. Обещал всех убить. Слава богу, что Иван меня спас. Я всю голову сломала. Кто же это? Вроде бы должен быть программист из арт-студио, да? Вот, а если он из арт-студии, почему тогда у меня ключи выпали на моей работе? И почему тогда журнал лежал на заднем сиденье у него? Непонятно. У наших компьютерщиков жалюзи в отделе металлическое, ну, как в музее, то есть сквозь них вообще ничего не видно. А они 2 месяца были закрыты, были сломаны. А сегодня только их починили, поэтому я понимаю, что Игнат все врал. Вот, и я позвонила в арт-студию и спросила, не сотрудничает ли с ними Игнат Бражников. Вот, они мне говорят, да, приезжает к ним 2 раза в неделю. Вот так я его и нашла. А ключ этот я не могу найти. Как он хоть выглядит-то? Да никак. Что-то вроде кредитной карточки. Она? Ни хрена себе. А я что-то сразу не сообразила. Она же у меня давно в сумке валяется. Я думаю, это просто Димкина карточка. Они же в Америке все этими пользуются.
Всем тихо! Одно движение на труп! Оружие на стол! Быстро! Быстро! Лицом к стене! Будешь вести себя тихо, с ней ничего не случится. Да, Иван Александрович. Подгони машину к подъезду. Выйдет Варвара Андреевна и ее знакомая. Отвезешь их к Домодедово. Хорошо, все сделаю. За вами потом заезжать? Нет, свободен. Добро. Понятно? Все, сейчас такая грусть, тоска в глазах. Ну где вот они? Вот где? Мама. Где? Ну, я тебя прошу, мама, только не, я тебя умоляю. Ну, чего ты беспокоишься? Они не опоздают, придут. Таня! Мама, мама, вон они, вон, вон! Варя! Варя! Ну? Ну? Слава Господи, успели. Я думала, все, 3 часа ведь пробки торчали. Я говорю, лучше бы на метро поехали. Не, ну вот тоже бы ехать, только не попрощаться. Ну, успели же, ну. Не плачь, мы счастливы. Так, Димуля, бери вещи и не потеряй Ваську. Пойдем, тебя-то опоздаем. Ну все, звоните, ребята. Свободен, не жди нас. Как? А мы что, здесь остаемся? Зачем? Ну, ты же не любишь по пробкам. Нет. Ну вот, знаешь, я тоже так подумал. И что? Это что такое? Это Харлей, что ли? Это Харлей. Какой ужас! А чье это? Это твой Харлей. Я же не умею водить. Не умеешь. Значит, в таком случае позволишь мне сесть за руль? Спасибо.